За окном у нас хорошая погода, 9 марта, и я в гостях у большой специалистки по лошадям, насколько это возможно, не будучи профессионально задействован в лошадной сфере, Натальи Андреевой. Она же, кто не смотрел еще фильм «Бак», тот много потерял, переводчик фильма «Бак», и, между прочим, переводчик фильма «Красная таблетка». Так что слушайте внимательно. А говорить мы будем про феномен, точнее, целую серию феноменов, связанных с взаимоотношениями между женщинами и лошадьми. Ну, и в нашем современном мире, может быть, немножко в историческом аспекте. Посмотрели несколько существующих роликов, которые англоязычные товарищи делали на эту тему, в том числе из мужского движения, там, или подразделов. Ну, такая некоторая пища начальная для ума. Вот у меня, в свою очередь, свои тезисы. Надеюсь, что мы что-то интересное накопаем. Мне хочется копнуть глубже, чем то, что мы посмотрели, вот из авторов из области «Красной таблетки». Давай для вступления сначала. Я так понимаю, стаж большой. В двух словах там, или в нескольких предложениях. Какой стаж вообще в этой сфере? Какая история? То есть, с чего все началось сначала? Как далеко продвинулось? Началось все, не знаю, сколько вот я себя осознанно помню, с тех пор у меня лошадь — это нечто волшебное, прекрасное, доброе, а главное, это вещь, которая очень любит играть. И этим, собственно, всегда меня и завораживало. А также тем, что при всей своей силе, массе и размерах она готова играть с человеком, который зачастую очень недружественно, так скажем, к ней относится. К сожалению, родители меня в детском возрасте не отдали ни в какую секцию конспортивную, потому что мы жили от всех секций далеко, и их в 80-е годы было не так много. И только когда я уже стала самостоятельной взрослой, я смогла позволить себе, потому что удовольствие не из дешевых, ездить заниматься в некоторые школы. Ну, такие они не профессиональные, они любительские. То есть я это делала исключительно для себя, у меня не было цели ставить никаких рекордов, не завоевывать никаких медалей. А взрослые, это видишь, это студенческое время? Нет, это уже когда я работала, когда я зарабатывала и могла оплачивать свои уроки сама. Это вот мне было уже, наверное, лет 24-25. То есть когда все ипотечные кредиты были выплачены, у меня оставались какие-то свободные деньги, которые я могла потратить на себя. То есть до этого ни одного урока, ни одного занятия? Не, ну как, в деревне были лошади какие-то, замученные работой, которые, на которых пахали картошку. И если мне удавалось до них дорваться и договориться с их хозяевами, мне давали их там погулять, помыть, попоить, почистить. Но до этого нет. Ну не поездить. Поездить, пожалуйста, да. Вот она картошку пашет, ты можешь сесть на нее и поездить. Шажочком. Ну, потому что в деревне лет нам мало, никто не хотел брать ответственность. Собственно, с тех пор прошло сколько? Ну, не то чтобы уже очень много времени, но лет 10-15, наверное, я как-то вот с перерывами делала несколько подходов таких планомерных. То есть раз в неделю как минимум одна или с компанией. Мы ездили на какую-нибудь конюшню и занимались. Когда последний раз? Последний раз давно. Последний раз был вот как раз на работе, связанной с сельским хозяйством. Это 2013 год. Давно. Давно, да. Но зато там я, вот сколько я работала, я буквально там, ну не каждый, но через день точно, у меня была возможность и общаться, и играть, и ездить, и в общем все что угодно делать. И как далеко с точки зрения? Я понимаю, что тут трудно оценить некий скилл. Тем более не стоит его, наверное, со спортивными скиллами сравнивать. Но все-таки, если мерить там, по пятибалльной шкале, там, от начинающего до эксперта. Ну, как, в общем, я крепко держусь, ну, на троечку, наверное, я бы себя оценила. Ну, то есть никаких чудес типа Невзорова я делать не могу. Нет, я не имею в виду там, в смысле, разговаривать с лошадьми. Я имею в виду, например, там, скажем, брать большие барьеры. Потом. Нет, большие не могу. Могу маленькие, да, маленькие прыгали там сколько? 50 сантиметров прыгали. Ну так, чисто для развлечения, не для... Мне просто было интересно, ну, это было упражнение по преодолению себя, потому что, ну, удовольствие заставляет просто даже ходить шагом, да, а все, что касается там разных аллюров,
заставить пройти, как тебе надо, куда тебе надо, и в том темпе, которым тебе надо, это упражнение по силе воли, грубо говоря, потому что силы ты не заставишь ее делать ничего. Это исключительно волевое усилие. Вот, из того, что автор там англоязычный говорил про такие базовые вещи, так сказать, проблемные в этой области, да, деньги, время и такой, ну, как минимум, налет элитарности есть, да, и, в общем-то, лошади не только налет, наверное, какая-то элитарность в этом присутствует. Ну, не знаю, может быть, какие-то породистые лошади, да, наверное, что-то элитное в этом есть, но если ты просто любишь лошадей, ты, ну, там, купишь себе кого угодно, кого буквально вчера еще сдавали на мясо за по цене, собственно, того же мяса, да, то есть сколько там лошадь весит, грубо говоря, там из нее можно выйти, ну, не знаю, 200 килограмм мяса, вот ты купила ее за 200, за 20 тысяч, она, конечно, не первой молодости, не первой свежести, со своими болячками, но тем не менее, ну, я знаю нескольких людей, которые могут себе позволить содержать лошадь. Она, конечно, не олимпийского резерва, она совершенно обычная, и порода у нее такая никакая, считай. А люди едут километров за 100 от Москвы, там деньки в разы дешевле, естественно, подмосковных. В среднем обходится там 10-12 тысяч по 100 лошади в месяц. Ну, для тех, кто не в курсе, я правильно понимаю, деньник это, то бишь, лошадь живет, грубо говоря, специально отведенным. Деньник, да, это как бы такой небольшой бокс, где-то примерно там, ну, в лучшем случае 4х5, с крышей, скорее всего, он не отапливается, но так как там есть некое скопление животных, там от 10 до бесконечности, то там довольно тепло, даже зимой. За городом есть возможность основную часть времени лошади проводить на улице, то есть в левадах, да, их не держат долго в денниках, потому что это и не очень полезно, и, ну и понятно, что когда на свободе, всем лучше. Вот, а на ночь заводит в денник спать. То есть неделю хозяин ее, в общем, не видит, за ней ухаживают какие-то наемные люди. За ней ухаживают наемные люди, да. Раз в неделю, ну, в лучшем случае, раз в неделю он к ней приезжает и какое-то время с ней проводит. Ну, на выходные, да, на полдня, на день, как у кого может получиться. Если есть оборудованное место для сна, то остаются на второй день выходной. А при таком режиме лошадь вообще различает, кто из них хозяин? Различает. Даже несмотря на то, что она его видит там полдня в неделю, а остальное время там чужие люди? Да. Одни люди, она привыкает к тому, что они меняют постилку, другие люди ездят. Это, ну... А кто-то должен ее в отсутствие хозяина выгонять ежедневно? На пробежке там и так далее. Им же нельзя стоять, собственно, вообще нельзя стоять. В левадах они гуляют. Они хотят, бегают, хотят, не бегают. Ну, то есть верхом на ней никто не ездит без хозяина? Только с дополнительной платой. То есть если ты хочешь, чтобы твои лошади работали, ну, в твое отсутствие, то ты или платишь специальному обученному человеку, вот, или ты, не знаю, складчину там с кем-то, можешь отдать эту лошадь в прокат. Ну, кстати, что... Очень немногие люди любят делать, потому что в прокате непонятно, кто на нее сядет, и что он с ней может сделать, и какую вредную привычку ей привить, потом замучаешься. И главное, никто не ручается, не будет за ее здоровье. Если бы на нее посадить там 100-килограммового дядю, да, в прокате, то долго она со здоровой спиной не проходит. Ну, у меня, конечно, и касание гораздо меньше к этой теме, и там стаж небольшой есть, но это так символически. Самые первые, такая уже почти как бы на уровне сна запомнилась, но первый прецедент в жизни был, я был в гостях там глубоко в сельской местности, далеко от Москвы, и пошел в качестве приключения на выпас с пастухом вместе. И вот пока он спал, он, естественно, лошадь, ну, расседлал и, по-моему, стреножил, может, и нет. В общем, как-то она так полусвободно гуляла. Вот пока он лег спать, я надел на нее полностью всю упряжь. Никто меня никогда этому не учил делать. То есть, как я это сделал, и как она все это удалось сделать, я сейчас ума не приложу. Мне лет было, наверное, может, 8. Седло надел на лошадь. Попругай со всеми делами. И в лес. И как-то там... Она неуправляемо ходила, естественно, потому что я понятия не имел, как вообще, как ее заставить там идти, не идти, поворачивать. Ну, в общем, это первый опыт был. А с тех пор
Из того, что я знаю, вот когда я слышал, люди держат лошадь, то действительно это были люди, ну, не то, что прям элита, но не рядовые люди. То есть уровня, там, например, владелец небольшой, или даже не такой уж небольшой фирмы, который может себе позволить дом за городом, он живет за чертой Москвы, там, естественно, дочка, над которой трясутся, и у этой дочки там одна, или даже бывает и не одна лошадь, поэтому за обедом можно было слышать там рассказы, как она там какой-нибудь сустав повредила, как вызывали передвижной рентгеновский аппарат, все это космические, естественно, средства совершенно там стоят. То есть это ортопедия лошадиная, это прям явно дороже, чем иметь спортивный автомобиль, у меня такое впечатление сложилось. И тоже характерная штука, это я не раз уже слышал, люди из этой области, они хвалятся, именно хвалятся. Есть только две разновидности людей, которых я знаю, которые хвалятся травмами полученными. Первая разновидность – это которые на лыжах в Швейцарии ездят и очень гордятся, что они там сломались, что они там повредили сустав или там вынуждены были заменить. Тоже дело Швейцарии, понимаете, не просто так человек пошел, подскользнулся, там, вот он для этого в Швейцарию поехал, там упал. И второй вариант – это более элитарный, гораздо более элитарный – это упасть с лошади. Почему вот он там хромает, там она, потому что она с лошади упала. И сразу это как бы все объясняет. То есть нормальному человеку за это дали бы премию Дарвина, вот, но люди этим прям гордятся. Типа она не просто упала там, она вот с лошади упала. Не с кровати, но еще с лошади. Мое впечатление сложилось вот именно, я слышал вот то, что человек говорил про огромную кучу мускулов, которые лошадь представляет. У меня сложилось впечатление, что люди совершенно не отдают себе отчет в степени опасности, которые, то есть насколько это опасно во всех смыслах, там травма опасна или спорта, или там не спорта, не знаю, хобби. Я, например, не более, чем любой другой вид спорта. Знаешь, я когда, например, общаюсь там с кошками или собаками, никто у меня никогда не брал расписку, что я там отвечаю сам за свою жизнь и здоровье. Пардон, мы про спорт сейчас. Ну, я понимаю, я так подозреваю себе, что если бы я пришел, например, в кошачий питомник, вряд ли бы мне взяли расписку, что я там сам отвечаю за свою жизнь и здоровье. Вот перед тем, как посадить на лошадь, с меня такую расписку взяли. И я понял, почему. Ну, поездив, как бы, да, и поняв, я понимаю, почему они берут расписку. Потому что это гораздо круче, чем там езда на там, американских горках. Или это, то есть степень физической угрозы, которая там исходит, просто случайно даже, не то, что она что-то захотела сделать, а просто они могут, вот, там, грубо говоря, чихнуть и сделать тебя инвалидом. И это реально вполне возможно. Ну, можно и на большой скорости на мотоцикле чихнуть и тоже стать инвалидом. Вот именно поэтому мотоцикл даже не страхует нормальные конторы страховые, да. Вот. Шипям люди сами. То есть как бы про мотоциклы все знают, их называют там в народе хрустики, там, да, там, то есть все знают, что у человека, ну, не очень хорошо с головой, по всей видимости. Вот, либо избыток адреналина. А тут и мотоцикл считается, да, скажем так, в культуре такая чисто мужская роль. Типа разбивай себе голову, там, да, вот это все. А это, и, собственно, мы по этому поводу и собрались, да, практически там 95% женская сфера. И я сам как бы, ну, так скорее могу себя кошатником отнести, да, то есть я там хорошо понимаю, воспринимаю, мне приятны кошки. Однако любой человек, который там с кошкой общался, там, он видел хотя бы раз в жизни, как ведет себя кошка, которая, ну, вышла из себя. То есть она агрессивно к тебе настроена, по какому-нибудь поводу. И кошка существенно меньше человека, при этом это страшный противник, когда она действительно хочет тебе что-то сделать плохое. То есть маленькое вот, вот такое животное. Собачка, в принципе, такого же примерно размера тоже, в общем, довольно страшный зверь. Но, ну, в худшем случае ты можешь, скажем, там, потерять палец, не знаю, там, отделаться шрамом. Собака, например, среднего такого размера уже. Я нормально к собакам отношусь, но, не знаю, мое мнение, все-таки в городе им особо не место. Большинство людей, кто вот имеет большую собаку, мне кажется, и при этом никогда в жизни не дрался с такой собакой, вот, когда нужно было что-нибудь у нее отвоевывать, там, себя или кого-то, или что-то, и он не взаимодействовал с псиной, не понимает опасности собаки, то есть что это такое вообще, эта зверь. Это, в принципе, холодное оружие вообще-то. Смертельное холодное оружие. Не знаю. В этом смысле лошадь – это собака, умноженная там на 20, на 40. Это танк. Реальный танк, который просто, вот, его даже сдвинуть с места нельзя в случае чего, просто он просто будет стоять. То есть она может просто весом упасть, и так и бывает часто, да, она просто весом не бьет тебя, там, не атакует, она просто слегка к тебе прижалась, и все. И это может означать, что ты будешь хромать до конца своих дней.
трудно в этой теме найти как бы какое-то вот начало. У меня предложение такое. Я 3 или 4 таких как бы крупных острова разведаем, да, такие плыни пробьем в этом в поверхности, а потом попробуем между ними что-то еще напилить, может быть, мы что-то более серьезное. Ну, я просто хотела заметить к кошкам, собакам, к лошадям, да, просто разница между ними тоже очевидна. Кошки, собаки — это все-таки хищники. Лошадь — это, ну, животное жертва, да, то есть ее едят. Ну, если ее прям вот насильственно не вынуждать, она первая вряд ли нападет сама. То есть ей всегда проще убежать. Ну, она заточена на это, на все, да. Кошки и собаки, они, даже если не загнаны в угол, ну, вероятность того, что они нападут, значительно больше, чем у лошади. И опять же, нужно не забывать, что особенно на собаках это хорошо видно. Если ты ее боишься, она это с тебя считает на раз-два и будет лаять и кидаться в 2 раза агрессивнее и громче. Так и лошадь, наверное, считает то же самое. И лошадь считает. То есть, если вы ее боитесь, совершенно очевидно, она будет проверять вас на жесткость. Она вас и придавит, она вас и прижмет, и прикусит, и, в общем, сделает все, что ей захочется. Поэтому пока вот, ну, мы не добрались до каких-то более узких тем, все равно это животные, да, и они лучше всего понимают язык животных, то есть эмоции, да. То есть, если вы ее не боитесь, вам интересно, она все это чувствует очень хорошо. Собственно, так же, как и кошки с собаками. Они чувствуют, когда к ним агрессивно настроены, а когда не агрессивно. И если вы, ну, готовы к общению, да, а кошка не хочет, она не будет кидаться, прям, чтобы прям что-то сильно вам больно сделать. Я только в этой связи хотел заметить, что много и видео, и в реальной жизни это было, да, когда лошадь, они, может, и не хищники, у них есть серьезное оружие, и это оружие в первую очередь копыта. И у меня сложилось впечатление, что лошади пускают их по делу и не по делу. Есть полно видео, когда, например, тренер бегает там рядом с лошадью, что-то от нее там ведет. И она просто потому, что тренер вдруг оказался на полкорпуса сзади, не около шеи, где обычно надо находиться, а чуть-чуть отстал. Он мгновенно пролетает ему двойной удар. То есть тренер, человек, с которым она вот живет, стоит ему оказаться у нее там в слепой зоне, он мгновенно рефлексом ему бьет ногами. Иногда насмерть, может быть. Нет, просто... с тренером она не живет. К сожалению или к счастью, уж не знаю. Опять же, тренер — это учитель. Вы скольких учителей в школе любили? Если вам представилась возможность, вы бы не сделали бы гадость? Да, тренер тоже учит. Он учит по-разному. Иногда через боль. И чаще всего через боль. Ну, мы же не видели всю историю их отношений. Да? Ну, то есть, это правда. Да. Понятно, да, что вот в этот момент она так среагировала, но непонятно, что этот тренер делал с ней там последний год. Ну окей, а другой пример вот перед тем, опять же, углубиться в более серьезную тему. Я хорошо помню, что вот когда мы занимались на 2 лошадях одновременно, лошади, которые, я так понимаю, всю свою там сознательную жизнь живут в соседних стойлах. Стоит им выйти в манеж, и достаточно оказаться, опять же, на полкорпуса там впереди или сзади, и одна другую начинает легать. При этом, начав, что на ней сидит человек, и вообще-то ее это копыто, которым она бьет в бок, оно... вполне легко там по случайности да, повело, что оно не попадает в ногу, а может попасть. Как бы, и на этом месте можно вообще-то усомниться в глубоком интеллекте лошадей, потому что, казалось бы, ну... А при чем здесь интеллект? Ну, то есть у каждой лошади, как и у любого человека, да и у собак, наверное, с кошками, тоже есть свои симпатии и антипатии. У них есть характер. У кого-то характер помягче, у кого-то пожестче. Кто-то сразу вам в лицо плюнет, а кто-то там будет сдерживаться, пока может. Они все со своими характерами, со своими предпочтениями. Может, ей не нравится, как ты пахнешь. Она просто сказать не может. Я говорю только про эпизод, когда одна лошадь явно пинала другую. Ну, они выясняли отношения. А человек это просто, как бы, ну, так сказать, оказался в это время на ее спине, и поэтому ему могло... Не просто пролететь. Оказался. Он оказался достаточно слабым для того, чтобы этот конфликт предотвратить. Ну, то есть он не держал дистанцию, да, или он там еще что-то упустил. Ну, то есть... Я к тому, что степень физической опасности очень большая без какого-либо видимого повода. То есть просто вот... Нет, повод есть всегда. Все. То, что вы знакомы с этой лошадью 15 минут, и она там что-то сделала случайно, не случайно, делала 10-е, это все равно виноваты вы, грубо говоря. Вы это в смысле наездник или вы это в смысле тренер? Человек, нет, человек.
И тренер, который не предупредил, что такое может быть, и человек, который не приложил усилия для того, чтобы избежать ситуации. Ладно, давай копнем первую, так сказать, глубокую вещь, потому что это, наверное, начало, да, как то, что после выливается, но это можно, так сказать, без обсуждения сказать, что существенно больше 90% всех учеников в современной там, школе – это девочки. Я даже не знаю, кто я ходил, я хоть раз мальчика вообще видел там, даже не помню. Никакого возраста причем, ни взрослого, ни маленького, никакого. То есть штучные отдельные какие-то исключения в качестве вот, молодых людей или там мальчиков. А тренера лошадиного я ни разу в жизни вообще никогда не видел мужчину тренера лошадиного. То есть всех, кого я видел, это все были женщины. И женщины очень характерного типажа, я думаю, поэтому потом отдельно обсудим. Но начинается это с чего? Начинается действительно с интересного феномена. Среди совсем маленьких девочек, я, наверное, могу по памяти вспомнить, что я слышал на эту тему, наверное, в районе детсадовского возраста. Парадоксально было то, что даже там в моем детском саду была игрушечная лошадка, там вот эта стандартная советская такая, вот красного цвета, пластиковая. Она как бы предназначалась вроде мальчикам, потому что там изображали из себя буденовцев там и так далее. Но интерес к этой теме, особенно когда лошадка не пластиковая, а мягкая, к ней проявляли как раз девочки. И вот это вот странный такой культ, который действительно можно сравнить с некоторым, я бы сказал, прям половым влечением. Ну, то есть он не половое, но по своему восприятию снаружи, да, девочки, начиная с очень маленького возраста, когда они, наверное, еще плохо себя осознают, кто они вообще и что они, у них явно есть какая-то странная, сильная, повышенная тяга именно к лошадям. То есть, ну, они понятно, что они тянутся там к животным, погладить, то есть все, там, интересный контакт, но лошади какую-то особенную роль играют в этом. И я, собственно, никогда на это внимание особо не обращал. Меня, наверное, первый раз, когда вот на эту мысль зацепилась, что что-то тут интересное есть, это когда я прочитал из первых книжек Фаррелла, которые я читал, не помню, может быть, «Why Men Are the Way They Are», там был небольшое такое вступление, врезка про как бы современную мифологию. И там давался ликбез, о котором я никогда раньше не слышал, это я первый раз там прочитал, о взаимоотношениях игрушка и миф о единороге, который вот на Западе очень силен, то есть я даже не знал, что он настолько силен, как бы я слышал там единорог, миф про единорога, мне никогда не приходило в голову, что он какую-то там может центральную часть культуры играть. Оказалось, что у нас его нет, вот в России там, да, я никогда не слышал, что кто-то грезил единорогом. У нас девочки грезят лошадками. А на Западе есть совершенно особенный феномен. У них просто это какой-то вот, ну, целая индустрия производства единорогов. Это игрушки всех возможных там видов, размеров, материалов, там форм. Там сейчас уже, наверное, анимированные есть, не анимированные. Постоянные герои сказок, мультфильмов для самого младшего возраста. То есть буквально какой-то вот крейзи. То есть вот у них абсолютно это какой-то, не знаю, сказать тотем, наверное, это будет недостаточно сильно объяснить, что это такое. То есть девочка и единорог, это прям, я не знаю, ну, это тянет на какой-то языческий культ вообще. Вот. Причем одно дело, если бы этот культ насаждался им снаружи, у них как бы какая-то есть естественно натуральное стремление в эту вот область. И мне так показалось, вот когда я почитал, я, во-первых, для себя открыл друг, вот откуда столько единорогов западных мультфильмов, откуда все эти игрушки, даже вот «Гадкий я», там вот эпизод с единорога, «Попой», единорога они искали, и погиб у нее единорог до этого, и они нашли его еще, то есть в любом супермаркете можно найти «Попой». Вот мое, так сказать, для вброса подозрение, что наша российская такая проекция этого культа, почему-то он у нас выразился вот не в виде единорога, а в виде обычной лошади. На Западе, соответственно, когда девочки, видимо, ходят заниматься лошадьми, я так подозреваю, и на самом деле ходят к единорогам, к живым единорогам. То есть это никакого лучшего единорога нет. Единственный доступный единорог, вот, который ходит там и может делать вещи, да, это лошадь. Потому что живых единорогов пока вроде не замечено. У нас как бы единорога этого нет, но вот это место, оно не пустое. Оно тоже занято, оно тоже существует, и девочки к нему тянутся, и по какой-то невероятной причине это место занято там не кошкой, не собакой. Ну, есть отдельные там девочки, которые фанатеют там собаками, есть девочки, которые фанатеют кошками. Но я бы тоже сказал, что, наверное, если мой класс, например, взять, или там класс моего ребенка, например, потом сейчас, я почти уверен, что, ну, хотя бы половина, наверное, девочек занималась
верховой езды. Может быть, по-разному, ну, в разное время. Кто-то, может быть, задержался на годы, кто-то там, не знаю, пришел там 3 недели и надоело и ушел. Может быть. Но я думаю, что больше половины имело такой опыт. Среди мальчиков я готов ставку сделать, что там меньше, чем 1 из 20, может быть. И тот, скорее всего, мама его туда привела показать. Соответственно, вопрос, если, так сказать, покопать эту тему, потому что для меня все это гипотеза, да? А ты уже говорила, что, ну, как некое это тут стремление такое, yearning, он появился и проявился в очень раннем возрасте. Вопрос. Можно попробовать там, или, может, уже пробовал, покопать, а откуда, где, собственно, корень этого совершенно ничем не объяснимого, так легко нельзя объяснить этот феномен. Что это вообще такое? Что это за стремление девочки к лошади? Ну, одна моя знакомая лошадница сказала, что все те же английские ученые чуть ли не ген нашли людей специальный, который отвечает за тягу к лошадям. И что лошадники, они, ну, почти как дауны, имеют в этом гении какое-то отклонение. Ну, у меня сразу вопросы. То есть половина всех людей, это как бы уже не очень отклонение получается. Я, честно говоря, не поняла, это она пошутила или она сказала всерьез. Я все-таки склонна воспринимать это как шутку. Я что-то сомневаюсь, что есть специальный ген за это отвечающий. Мне вообще трудно пальцем тыкнуть, да, и сказать, откуда это. Я думаю, что все-таки это больше, чем одна причина. А так как я с этим живу всю жизнь, да, это вот как вот горб на спине, да, то есть вот ты привыкла настолько, что он есть, и как без него жить, ты уже не знаешь. И сравнить себя с человеком, у которого это включилось там в 10, в 15 или там в 25 лет, мне довольно тяжело, и, наверное, я этого делать не буду. Мне, конечно, ну, когда я выяснила, что любовь это есть не у всех, сначала для меня это было совершенно дико. Я пыталась людей заинтересовать, но потом поняла, что это абсолютно бесполезно, потому что не потому, что им не интересно, а потому что им страшно. То есть им просто подойти даже к ней страшно. Не то, что там погладить. Я их понимаю. Да, у меня этого страха не было никогда. Меня лошади наступали, они меня кусали, они меня пинали. Ну вот только задними ногами, может быть, не легали. А так, наверное, было все. Ну вот переломов я, кстати, тоже, слава богу, сбежал. И падала я, и не единожды, естественно. И все равно нет у меня страха. Я не знаю, как это объяснить. Просто не знаю. А тяга такая, как, наверное, не было ни к одному мужчине в моей жизни. Ну то есть, если я вижу рядом лошадь, да, я понимаю, что я могу пойти и погладить там, пощупать, понюхать, преодолеть это очень тяжело. Я не знаю, как это объяснить. Более того, лошади различаются по запаху. Запах одних мне нравится, запах других мне не нравится. Ну, то есть я правильно понял, что это, скажем так, гипотеза такая, да? Да, как гипотеза, что здесь есть некий действительно биологический феномен. Биологический. То есть это... В моем случае совершенно очевидно, да. Это на уровне животного. Вот у меня в детстве я совершенно четко думала, я была абсолютно в одно уверена, что я была когда-то лошадью. Я чувствовала себя лошадью. Вот у меня были задние ноги, у меня были передние ноги. Я повторяла за ними действия, трясла головой, издавала звуки, пытаясь максимально дрожать. Сразу хочется спросить, регрессивную терапию проводили? Регресс? Нет, я пока в процессе. Я в поисках регрессолога, потому что тот регрессолог, который мне нравился, он уехал в Москву, вот, и добраться до него пока не получается. Даже если, окей, опустить всю вот эту биологию, да, помимо того, что не было страха, был безумный интерес. Сначала было просто интерес подойти погладить, потом было интересно сесть, попробовать ею как-то поуправлять, потом был интерес подружиться, поиграть. Ну, вот, кстати, с последним большие проблемы, потому что в основной массе все, конечно, пытаются поездить, поуправлять. Дружить с ними немногие могут, не потому что там у них не хватает чего-то, а просто потому что с ней надо жить, грубо говоря. Иначе что это за дружба, непонятно. Мечта о том, чтобы иметь свою собственную лошадь, не покидала меня никогда. И я думаю, что в какой-то момент я, наверное, ее осуществлю. Может быть, не единолично, может быть, с кем-то в складчину. Я понимаю, что это и накладно, и по времени, и по деньгам.
Но как от нее избавиться, я не знаю. Только если хирургически. Никто не говорит, что нужно избавляться. Ну, нет, я потому что разумом понимаю, как это неудобно, да, но вот по ощущениям, как только я начинаю думать, что у меня никогда этого не будет, мне становится плохо. Просто плохо. Как автор из области красной таблетки должен сказать, что общение с женщинами в целом приносит очень много проблем. Но подавляющее большинство людей это не останавливает. Они, так сказать, готовы на очень серьезные и временные, и материальные, и еще массу других затрат. I'm not saying he should have killed her, but I understand. Так что я могу понять. Мне не очень понятна именно направленность на лошадь, как бы, собственно, это мы и обсуждаем. А можно сразу, пока я не забыл, просто вставить такой момент интересный, что с точки зрения культуры, вот, ну, я там западный вариант сказал, да, про культ единорога. У них есть второй культ, который у нас он гораздо, ну, скажем так, тоже есть. И, наверное, примерно так же. Это культ, ну, в кавычках, принцесса. Да, все, что вокруг принцессы. Это настолько культ, что там сейчас, по-моему, сериал отдельный по Диснею идет, который полностью состоит из принцесс. То есть там нет других героев. Там, видимо, есть такая первая, это принцессы, их там много. Не все принцессы. Вот вторая, это, наверное, это принцы там на фоне вокруг них. Еще мама королевы, да? Не уверен, кстати говоря, что там есть мама королева, но там наверняка есть лошади. Я не видел ни одной серии, но я почти уверен, что там есть лошадь. К тому, что лошадь является атрибутом вот этого культа принцессы, а многие папы вполне не стесняются, да, там, я, наверное, стеснялся бы называть дочь принцессой, да, но я видел людей, которые на полном серьезе называют принцесса, и не в ироничном смысле, а действительно их, им часть книжек описывает, что это вообще-то хорошо, типа, да, папа так и должен делать. Ну, неважно, вопрос сейчас не про воспитание там, а лошадь как компонент вот этого культа принцессы. И, может быть, там есть какая-то часть, откуда у маленькой девочки, там, да, которая в розовом платье, она, грубо говоря, там, позавчера с горшка встала, но при этом она вот лошадь. Я думаю, у каждого свой коктейль намешан из причин. У кого-то это действительно желание манипулировать и доминировать. А принцесса, как высшее проявление манипулятора, не может избежать более сильное физическое существо, не потренироваться на нем. Помимо этого, и сексуальный контекст в определенном возрасте, безусловно, появляется. Потому что просто если даже вспомнить технику езды, да, то там, ну, задействуются непосредственно органы, которые участвуют в половом акте. Ну, про эту часть, то, что сегодня не ставил, но вообще там были пара роликов, правда, они уже очень грубо об этом говорят. Но, наверное, элемент в этом какой-то есть. Есть, есть. Просто в каком-то возрасте он, скажем, превалирует. Ну, недолго, должна заметить. В каком? В подростковом, когда идет гормональная перестройка. Это вот, ну вот, считая сначала цикла менструации, да, ну вот где-то там 2-3 года он идет. Да, персональное мнение, эти легенды, что можно лишиться девственности таким образом, правда или нет? Нет. То есть все, кто на это ссылаются, гонят. Это надо сильно себе помочь, да, чтобы все-таки это случилось. Тут нужна не лошадь, да, а конь. Специальное седло, наверное, да. В связи с чем, кстати, еще один, надо сказать, побочный замет. При всем том, что это управление массой, там, сказать, горой мышц, там, наверное, да, в этом есть элемент вот этого, как бы, обучения, скажем, манипуляции, да, обуздания. Даже карта Таро такая есть, да, там не лошадь изображена, там лев изображен, да. Женщина с альбом. То есть такая, да. Как она называется там. Но там немножко другая подоплека. Ну, там... да, но тем не менее тут элемент этого вот управления, как бы сказать, мягкой силы, да, но при этом управляющая огромной такой тушей, там, которая тебя, то есть физически она тебя сильнее, да, а по факту ты ее управляешь. А я хотел сказать, что лошадь, как бы, вот в этой связке женщины и лошадь, лошадь выглядит, скажем так, таким прототипом мужского, да, такой символ мужского. При этом многие забывают, да даже я забываю это регулярно, что, насколько я знаю, практически во всей этой лошадиной индустрии почти нигде и никогда не встречается некастрированного жеребца. Это редчайший случай, даже Бак Бреннаман там говорит, типа, что большинству людей это нафиг не надо, да, абсолютно. И к тому, что мне запомнили слова тренера, да, что типа лучшая лошадь это мерин. То есть, типа, силы, как у самца, да, но при этом
поведение, как у самки, я это так для себя понял. Даже мягче. Ты, наверное, да, у лошади же у нее же свой тестостерон какой-то должен быть, все равно там он у них присутствует, в минимальном фоне. Я хотел сказать, что при всем том, что лошадь обладает таким мускулинным образом вот этой связки, при этом самцов-то там нет. Это либо лошадь, реальные самки, их подавляющее большинство, по-моему, да, я не знаю, хоть одного мерина видели, я вообще не знаю, это такого. Нет, их достаточно много. Нет, я конкретно вот где я бывал, где я был на занятиях, либо просто там люди занимались, я не помню, хоть раз я видел мерина, даже мерина не видел, а жеребца я даже не слышал. Вот в связи с чем вопрос, ты вообще хоть раз в жизни сидел верхом на настоящем жеребце? Нет. Это за вот много лет стажа. Да. А кто-нибудь ездил там из знакомых, там они были где-то вообще, кто-нибудь занимается этим? Настоящий жеребец, с которым, я так понимаю, должно быть гораздо сложнее договориться во всех случаях. Но их же оставляют не для езды. И это понятно. Да, их же оставляют исключительно для семенения. То есть, ну, это выдающийся породистый, да, ну, отвечающий всем требованиям определенной породы самец, которому оставляют... ну, его орган исключительно для размножения, а никто на нем обычно не ездит. Ну, нет, а почему он не ездит, понятно, потому что он просто опасен. Он опасен, вернее, не так, лошадь опасна любая, но он опаснее, он непредсказуем, чем любая, да. Попавшись, чем любая лошадь. Он более непредсказуем, чем остальные. Ну, а не кажется вот это как бы странным такой момент, что... Не к тому, что лошадь как бы подается, как что-то такое мужское управление массой, на самом деле никакого мужского там нет, собственно. То есть... Нет, в этом не в плане, что там присутствует у него орган, не присутствует. Лошадь подается как мужское, потому что оно мужское в смысле животное. То есть оно ближе, так скажем, в взгляде женщины, мужчина ближе к животному, чем сама женщина. О, можете мне об этом не рассказывать. Другое дело, насколько это соответствует правде, большой вопрос. Ну да, мы сейчас не про правду, да, мы сейчас про легенду. И вот опять же, если вспомнить карту Таро, то там, между прочим, очень не все видят там женщину, которая борется со львом. Она разве борется? Я тоже не видел. Некоторые видят, что она с ним играет. Я, например, что она ему зубик лечит. Ну то есть там каждый... Это как бы говорит о том, как вы относитесь к своему животному началу. На моей памяти, по-моему, она просто держит, может, в разных рисунках, так, по-моему, она держит руку у него на гриве. Нет, классическая карта Таро, она ему вот так вот пасть. Я такой не видел. Ну, может быть, нет. То есть, я знаю, там, по-моему, просто она как бы вот руку держит, не гладит, а именно просто ну, вот рука. Ну, вот ты посмотри разные колоды. Она сейчас очень много разных, но в классической вот это Таро Радио, это, она там лезет руками ему пасть. Там разрывает или там вот в моей интерпретации посмотреть, что у него там с зубиком. Да, это как бы про каждого человека, у каждого свое. Это ваше отношение к своему собственному животному началу. Оно есть у каждого, мужчины, у женщин. Общаясь с лошадью, да, женщина в том числе, среди прочего, пытается контролировать свое животное начало. Естественно, если она и свое тоже. И если она в этом преуспевает, то есть если она научается ездить, да, и управлять этим животным. И, естественно, с мужчиной, чем более он ближе, так скажем, к природе, тем проще ей им управлять. Я задумался над вопросом, хорошо это или плохо? В контексте, смотря для кого. Лошадей ближе быть к природе. Ну, то есть, смотри, чем ближе ты к природе, тем сильнее у тебя инстинкты, да? Чем сильнее у тебя инстинкты, тем меньше у тебя... Ну, я не хочу сказать мозгов, да, ты можешь при этом при всем быть очень умным. Но так как у тебя инстинкты забивают очень многие другие потребности, то ты до определенного возраста, пока вот этот пик активности сексуальной не сойдет, у тебя ни на что другое просто времени не останется. И если ты встречаешь девушку, у которой там ноги 1,20 м, ну, вы вряд ли будете долго общаться на какие-то высокоинтеллектуальные темы. Ну, по крайней мере, лет до 40, а то, может, и побольше. На самом деле тут про мозг вообще-то в смысле мало мозга можно и даже вполне научно сказать, потому что там если брать тройную модель, которую, например, Рапай двигает, да, он говорит про рептильный, средний, как там они называются, не помню, и кортекс. Кортекс это где вот вся речь, там весь интеллект. Кора, да. То есть теоретически, если у человека сильный, например, там инстинкт, то у него действительно по факту просто более слабый. Правда, опять тот же Рапай
его лозунг гласит, что рептилии побеждают всегда, в конечном счете. Да, но рептилию мы не контролируем вообще. Да. Поэтому мы не едем на крокодилах, наверное. Я просто подумал сейчас именно в том контексте, что если предположить, что это так, что, то есть, грубо говоря, женщина учится контролировать, скажем так, управлять очень животным началом. Высокоживотным существом, скажем так. Ну и в себе тоже. Да-да. Наверное, тут более сложная мысль. Я хотел сказать, в контексте будущего общения с мужчиной, это работает в плюс или в минус? Ей, я думаю, обоим работает скорее в минус. Потому что, выучив одну модель общения, эффективную, да, модель, очень сложно переключаться на какие-то другие. Ну, то есть, зачем учиться чему-то другому, если это у тебя работает? И, естественно, такая женщина будет привлекать вполне определенный тип мужчин. Я как раз хотел сказать, что это, наверное, место, на котором стоит прямо сказать, да, что все ролики, наверное, какие я видел на эту тему, да, на женщине, что я нашел, их не так, чтобы много, там, где пытаются анализировать, там одна из ключевых мыслей, которые там, у некоторых, собственно, это альфа и омега, что женщина с опытом общения с лошадью, да, управления лошадью, в общем, женщина, которой стоит держаться как можно дальше. Почему? Там, ну, это объясняется разными способами, но, в общем, смысл такой, что она приобретает ряд привычек и характеристик. Ну, во-первых, у нее изначально была некоторая предрасположенность, потому что не все туда идут. Во-вторых, она их развела, она их натренировала, причем натренировала у таких специфических тоже тренеров. И, собственно, она как бы рефлекторно, не задумываясь даже, да, применяет определенную технику общения, взаимодействия с там, ну, как бы сказать, переносит вот это вот общение с лошадью, да, на общение с любым там превосходящим ее там по мышцам, по силе, там, по, может быть, по власти тоже, не знаю. Иными словами, что... Ну, нет, все-таки мы не настолько примитивны. Может, это по аналогии можно привести? Я просто читал, по-моему, то ли у Нила Постмана, то ли у Маршала Маклюина, кто-то из известных очень мастеров скрипки, чуть ли не Вивальди, или кто-то из его там современников, он категорически не брал в обучение детей, которые умели читать. Принципиально. Не потому, что он был плохо настроен к чтению, не потому, что он там был против грамотности, нет. Он просто говорил, что человек, обученный чтению, приобретает ряд автоматических неких таких действий, умеет делать, которые никогда не позволят ему стать на настоящим правильным музыкантом. То есть он, грубо говоря, поврежден, и это повреждение пожизненное. Все. То есть если ребенок читает, он его учить просто не брался. Он, правда, такой один был, да, ну, этим знаменит, собственно, немного таких было. Но сам принцип, что, то есть, грубо говоря, усвоив некий вот набор скиллов, там, как кто-то говорил, по-моему, Джордж Питерсон говорил в лекции, да, что такое чтение? Чтение – это, в общем, быстрое угадывание. То есть ты приучаешься быстро угадывать, что это значит. То есть rapid guessing, буквально так вот трактует чтение. И человека, который это научился делать, он это делает... Он не может ничего с этим поделать, грубо говоря. Всегда, когда ты будешь видеть кружок, ну, понятно, он для тебя навсегда станет «О». Он никогда не будет уже кружком. Все, это вот ты оставил это позади. А, это я привел как аналогию. То есть может ли действительно быть, иметь место такой феномен, что вот девушка приобрела некий набор, скажем так, реакций, протокол взаимодействия, да, с большой мышечной горой. И ничего она никогда с этим уже поделать не сможет, сколько бы она там не держала себя в руках, не ходила к терапевту, не пыталась забыть. Ну, грубо говоря, это некое повреждение такое, ну, sort of, да, повреждение такое навсегда. То есть это for life. Ну, нет, во-первых, мне не хочется думать, что все настолько грустно и примитивно. Вот, во-вторых, как и любая профессия, а если мы уделяем чему-то много времени, то это, ну, становится, грубо говоря, профессией, да, пусть не основной, накладывает отпечаток, да, то есть профессиональная деформация – это не такое уж редкое явление, они случаются у всех, мы все знаем про профессиональную деформацию учителей. Про это много сказано, да. Да, естественно, но тоже… как раз про них, вот, просто мне про это говорили, ну, родители, которые общались, да, они прямо говорят, что, ну, скажем так, за пределами школы, то есть в чем вся какая-то неприятный феномен. Ладно, что, допустим, у учителя там неприятный набор привычек в школе, но он этот набор привычек переносит во все остальные сферы своей жизни. То есть он общается так дома, он общается так с родственниками. Это и есть профессиональная деформация. К сожалению, это не только у учителей. То же самое я могу с уверенностью сказать и про юристов, и про кучу других профессий, да, про менеджеров вообще молчу. То же самое и с лошадью. Ну, то есть
человек, который остановил свое развитие, да, естественно, он будет относить с собой всегда, везде и пользоваться к месту и не к месту. Человек, который все-таки худо-бедно как-то развивается, да, и, например, сможет соединить неудачи своей личной жизни и своего отношения к мужчинам и что-то с этим сделать. У кого-то это получается без терапевта, у кого-то не получается без терапевта, но удачных браков среди женщин-лошадниц, в общем, немало. Чисто так, я не видел ни одного такого лично, мне просто любопытно, а там мужчины какого-то специфического типажа тоже? Он тоже лошадник. Всегда? Нет, не всегда. Ну, то есть, или он научается разговаривать так, чтобы до женщины дошло, что он не лошадь, ну, например. Ну, то есть, это всегда некое взаимодействие и всегда некое развитие. Естественно, человек, который общается с такой девушкой, должен делать на это определенную скидку. Да? От человека зависит, как, насколько большую скидку он должен на это делать. Кто-то не готов терпеть там закидоны, да, а кто-то может там включить мозг в определенный момент, сказать: слушай, дорогая, я тебе тут не лошадь, не надо меня тут понукать. А у кого-то включаются безусловные рефлексы, да, вот это вот стимул реакция, и все, и понаезженно, и все это развивается. Ну, у всех же по-разному. Нет, вообще какая-то логика в этом есть, чтобы с такой девушкой общаться, можно самому понимать ее в этой области, да, и знать, делать, так сказать, свою поправку на это, да, типа что. Ну, это как... А вот в этом месте нужно легнуться. При любой профессиональной деформации, да, если вы разговариваете, вот опять же, да, ну, все, я думаю, сталкивались с ситуацией, когда вы встречаете свою учительницу старую там на улице, да, вы сразу превращаетесь в 10-летнего мальчика, независимо от того, как давно вы закончили школу. И она на вас может так же смотреть и даже сказать может те же самые слова. И у вас опять включится вот этот рефлекс. Ну вот так это работает, да, к сожалению. Вот эта память, она уходит на уровень мышечной памяти. И менять ее тяжело, никто не спорит, да, тяжело. Но это же есть развитие, да, когда мы все время в себе что-то меняем. И, собственно, меня, ну, вот, по здравому размышлению, вот это всегда привлекало и в лошадях. Нет двух одинаковых лошадей, да. И чтобы научиться с ними общаться и дружить, нужно улавливать их какие-то, даже настроения, да, даже вот какие-то мелочи поведения, как вот она ухом на что реагирует, да, что у нее с ногами, любит ли она наступать, да, или у нее какое-то другое, какая-то другая фишка, и она там, не знаю, головой тебя пнет в нужный момент. Вот этот момент притирки, он как и с любым другим человеком, да, в первое время вы друг друга изучаете, так ходите по рингу, да, и обмениваетесь репликами, ударами, кому как нравится. Я хотел шутку продолжить, типа, человеку с молотком все кажется гвоздями, а человеку со стыком все кажутся вмеренными. Да. Я уже говорил, я, в общем-то, особо даже не сомневаюсь, хоть это противоречит как бы христианству воззрение про реинкарнацию. Но я считаю, было бы даже обидно, если бы наши российские женщины не рождались потом здесь же в качестве мужчин, чтобы прочувствовать себе все это. Это такой ад, видимо, возврат назад. Это не возврат назад, это все время движение вперед, но очень медленно движемся вперед, а большую часть жизни просто отрабатываем свою плохую карму прошлой жизни, к сожалению. Сейчас подумал этот фильм «Заклинатель лошадей». Там эта девочка так мило обнимается, там целуется с конем. В фильме «Бак» там целый эпизод проснят, как сложно на самом деле было все это снять, вот это вот фотографически прекрасное там все это соединение лбов. При этом, если по сюжету брать, то этот Пилигрим, я так понимаю, это он, такой, и он, соответственно, кастрирован. Такая вот любовь. Тоже, в общем-то, характерно, я бы сказал, да, что-то в этом есть символическое. А я лось, просто лось в анекдоте. Ну, опять же, если вспомнить вот это ощущение, особенно галопа, да, на лошади, то ну, там, конечно, сексом сравнить нельзя, но вот слияние двух тел, да, когда ты в одном ритме движешься с лошадью на большой скорости, ну, это адреналин еще тот. Ну, вот рада, что адреналин, да. Потому что другого... Нет, ну, не только адреналин. Другое здесь не клюет. Я не зря про секс и слияние, ну, то есть это слияние определенного рода. И это доставляет довольно много удовольствия. Я не знаю, как это описать, чтобы было, ну, чтобы не свести все это к сексу, да. Потому что от секса там
не так, чтобы это другой уровень, так скажем, слияния. Да? Там нет физического никакого проникновения никуда. Там не физика как бы радуется, там радуется другое что-то. Честно говоря, не знаю, может, ты, конечно, меньшинство представляешь собой в этом аспекте, но я хотел сказать всегда, нет, может, не всегда, но сейчас я уж точно не думаю, что в сексе интересном и то, что я называю высоким сексом, да, его делает совсем не проникновение, а как раз вот эта вот составляющая, которая больше относится к танцу, по-моему, чем, собственно, то есть, как бы, с другой стороны. Мог бы этот танец существовать без проникновения? Наверное, может, в каких-то ограниченных там специальных ситуациях. Но в целом это как бы такой странным образом, как бы с одной стороны это является целью, фокальной точкой, а с другой стороны не он главное. Не он главное, да, просто способы достижения. То есть какая-то часть тебя соединяется с кем-то другим. Неважно, с человеком или с животным, да, но вот в какие-то моменты танец, по-моему, прекрасный пример, да, там тоже есть некий ритм, в котором вы движетесь вдвоем, да, и если вы как бы максимально близко друг к другу не подойдете, у вас никакого танца не получится. Вообще совместные какие-то, вот, даже, собственно, в широком смысле это не обязательно должны быть разнополые какая-то пара, то есть совместные Нет. движения какой-то группы людей, даже, мне кажется, те, кто вот танцуют какие-то там tribal dance, там, а все религиозные, круг встают, там, да, и да, топчут в одном да. ритме, доводя себя там до исступления. Да. Вот эта совместность как раз, она какой-то такой дает резонанс, и там, скажем, секс это просто один из вариантов, да, там, да. Вот такого, когда два человека, такой частный случай, два человека разного пола. Ну, просто, разного. Да, в религиозных подобных ритуалах мало кто участвовал, да. Есть, кстати, групповые медитации, но у меня к ним не очень хорошее отношение. А к танцу у меня, ну, мне это больше, например, нравится. И то же самое с животными, да. Ну, в частности, в моем случае это, безусловно, лошадь. Потому что ни с кошкой, ни с собакой, ни с рыбкой, ни с попугайчиком достичь этого состояния, мне кажется, нельзя. Я, конечно, не пробовала, но у меня даже, честно говоря, желания нет. Мне трудно представить кошку, которая что-то делает с кем-то синхронно. Собственно, это будет против ее природы. Вообще. И это мне не нравится очень. Я это уважаю, необыкновенно уважаю. Я часто как образец себе думаю, что бы на этом месте кот делал. Собственно, отсюда, наверное, и прозвище, которое я взял. Нет, это слишком по-собачьи, надо по-другому. Если пофантазировать на тему гена, может, это не так уж невероятно, как кажется. Если предположить, что действительно эволюция была, и это некий признак, просто если верить истории, да, то буквально там еще 100 лет назад мы настолько сильно были завязаны на лошадях, что процентов, наверное, 40, а то и побольше, общалась с ними каждый день и всю жизнь. Ну, то есть это вот как с человеком, да, иногда бывает моментальное узнавание, или тебе кто-то прям с первого взгляда настолько нравится, складывается ощущение, что ты его знаешь уже давно. Почему бы такого не быть и слушателю? С другой стороны, ни в одной сказке я не помню, чтобы лошадь как-то, скажем, ну, очеловечилась. Даже, например, какая-нибудь сказка, типа вот где лошадь фигурирует, как действующий там персонаж, скажем так, да, вот Иван-Царевич, Серый Волк. Они с ним бегут, рядом, там в какой-то момент он едет на этой коне, на этом арендом, я не помню, чего он начался, там, Золотогривый. Ну, вот кроме конька-горбунка, я, в общем, тоже ну, не помню, чтобы лошадь как-то... В коньке-горбунке даже ярче видно, что как бы, дали ему трех в итоге, да, то есть она ему отдала ему трех коней. При этом два первых, это хоть они типа необыкновенно вот крутые люди, но они... Да. Нет, так потому что они обычные. Обычные. Они не говорят, они не... Там, нет имен вообще. Они никто. Просто два коня. Просто красивые. Типа, а этот он такой... странный, страшненький, но при этом он там говорящий, он там... Ты знаешь, что эту идею я шоу Пушкин подал? Давай попробуем вот по этому пункту итог подвести. Я правильно понял, что фактически ты подтверждаешь, что да, некий поворот образования в сознании от верховой езды происходит, и он сильный поворот в психике у девушки. Соответственно, чтобы потом с ней там более-менее безопасно общаться, в общем, нужно самому обладать специфическим набором там знаний и скиллов, понимать, в общем, сдвиг такой профессиональный. Безусловно, как и любое долгосрочное занятие, это откладывает свой отпечаток. Нужно понимать, что такая женщина имеет... Она мало чего боится.
И чтобы с ней общаться на равных, нужно быть прокачанным не меньше в этом плане. Да? То есть работу со страхом, со своим животным началом нужно провести колоссально. Вот, а ну, эффект широко известен, что мальчики у нас, во-первых, взрослеют эмоционально позже, а некоторые так до 40 лет от мамы и не отпочковываются. И в этом, ну, тоже свой набор причин этому есть, но тем не менее. Честно говоря, по этому конкретному пункту я до сих пор не решил до конца, но у меня есть серьезное подозрение, что это во многом искусственный феномен создан. Неестественно положить вещей. Ну, неважно, он есть. То, что он имеет место, да. Он есть, да. И если у вас была доминирующая мама, то вас будет, соответственно, тянуть к доминирующей жене. Если вы хотите в этом что-то поменять, нужно начинать с себя, как, собственно, в любой работе. Ну, то есть, опять же, если некий итог подвести, то это, наверное, будет перефразирование того же самого. Но, в общем, грубо говоря, такая женщина несет фактически повышенную угрозу. Да? Что, то есть шансы, что с ней пойдет что-то не так, выше. Не хочу называть это угрозой. Такую женщину труднее предсказать. Учитывая, что женщину вообще предсказать невозможно, да, то такую вообще, да, можно не пробовать, да? Да, ну то есть вы никогда не знаете, что станет для нее триггером. Мало того, что она вообще никогда не будет ничего терпеть и будет до последнего пытаться настоять на своем. Если вы не готовы как к такой борьбе в близких отношениях, лучше, да, не начинать. Хотел такой врезку небольшую сделать. Есть целый отдельный такой раздел. Наверное, есть целый жанр фотографии. Жанр этот называется «Женщина и лошадь». В общем, во многом видно по сюжеты одни и те же, в общем, да, они там повторяются, их там всего там, не знаю, 3 или 4 более-менее ракурсы, они повторяются там миллионы раз, «Женщина и лошадь». А во многом как бы изображается что-то мифологическое, то есть выглядит это как не как занятие по верховой езде, правило, такое фото выглядит как будто это иллюстрация из какой-то сказки. Ну, известно из какой сказки. Легенда. Красавица и чудовище. Не всегда, нет. Есть, во-первых, узкий подраздел, но, правда, его мало, но он тоже существует, где вот именно обыгрывается эротический аспект. То есть женщина там либо совсем обнаженная, либо полуобнаженная, как правило, такого выраженного, да, такого прям модельной или около модельной внешности, да, и вот она там, не знаю, без седла, там, на лошади, значит, изображает такое единение с природой. Я, правда, про себя смеюсь, потому что я человек ездил без седла, да, я представляю себе, что это такое, я представлю себе голую женщину, там, которая проскачет какое-то расстояние, без стремян, да, она еще, кто не ездил без стремян, тот не понимает разницу, в чем разница со стременами и без, вот, я думаю, что недалеко она уедет, вот, но изображает, как бы, они пытаются некий миф обыграть, да, некий имидж создать, имидж этот, они как бы так проецируют его, такая, слияние каких-то двух таких околобожественных таких, то есть это как бы два мифологических животных, существа, скажем так, да, там такая мифологическая женщина какая-то изображающая, не знаю, там, хотел сказать, Артемида вообще не показывала себя малышом. Ну, да, когда они обыгрывают чистую эротику. Это просто красивое и красивое, да, с тем же успехом можно поставить рядом большую кошку. Те же округлые формы, да. С кошками как-то вот отдельного жанра, я бы сказал, с кошками. Обнаженная женщина и крупная кошка не существует. А вот обнаженная женщина и лошадь существует. Но главное, я хотел сказать, не это, это такой поджанр его, в общем, сравнительно мало. Основная часть – это как раз женщина в образе что-то типа а-ля принцессы. То есть какое-то длинное платье, свадебное, кстати, есть целый раздел свадебных фото с лошадьми. Вот единственное, уродски выглядит, конечно, когда там женщина тоже вся в образе принцессы, поэтому она держит за узду. То есть уздечка на лошади надета, конечно, портит весь вид. У лошади такая вид, морда лица, что не сказкой пахнет, скажем так, другим чем-то. Вот. Но не важно, они пытаются спроецировать этот имидж. И гораздо больше фотографий нигде обыгрывается эротика. А где женщина сидит такая, ну, сидит или стоит там рядом, такая как бы гиперженственная, такая женственная, прямо вот буквально шедшая с какого-то там, не знаю, с кого она изображает. В длинном платье таком полупрозрачном, что-то развивающееся, вот попытки на скаку снять или это монтируют, так не знаю. Ну, в общем, они изображают такой вот в образе а-ля Эния, там в фильме про кельтов, вот она там скачет, замедленный съем, все это развивается. И вот такой стоп-кадр из этого, и вот фотография. И к тому, что тоже видим элемент, где, причем это хорошо известный элемент, его много в интернете, если в гугле найти, там сейчас женщина и лошадь, это огромный, этот километр был фотографий, все примерно одних и тех же сюжетов.
обыгрывается какая-то что-то мифологическое. Это явно какая-то проекция. Тут, правда, трудно понять, кто на кого чего проецирует, но кто-то что-то на кого-то проецирует, в общем. И это что-то мифологическое явно. Оно не из реального мира, потому что из реального мира, я говорю, вижу, что эта девушка не проскачет там, не знаю, 3 минут на этой лошади, скорее всего. Ну, если брать с точки зрения мифологии, да, то у нас же все мифы, они образные, да, то есть мы не берем реальную женщину, мы не берем реальную лошадь, мы берем образ. Образ женщины – это, ну, что, если она гипертрофирована, мало того, что она голая, да, она еще и каких-то… Ну, чаще нет, чем, да, чаще не голая. Ну, полуголая. Ну, если сравнивать, окей, ее с Венерой, да, что Венера у нас олицетворяет? Красоту, плодородие, женственность, да? Плодородия нет. Ну, ладно, из один из аспектов, да. То есть инстинкты. И лошадь, собственно, это вообще один сплошной инстинкт, простите меня, не взор. И поставить их рядом, мне не нравится инструмент сравнения, да, но вот как я себе это могу представить. Найдите 10 отличий. Инстинкты в одном теле, инстинкты в другом теле, это все как же красиво, а смысла ноль. Тут явно есть множественность трактовки, потому что можно, например, там, гиперженственную женщину верхом на лошади можно трактовать. Да ее куда ни посади, она, в общем, смысл от этого не поменяется, да? Если посадить ее на трактор, я думаю, все тот же самый смысл. Просто это можно одинаково трактовать как единение с природой. Так и подчинение, то есть главенство на природе. Я думаю, что это просто попытка показать красоту инстинктов, да, ну, они могут быть... Некоторых. Да, все что угодно сейчас можно представить красиво в нашем-то обществе. Безусловно, они присутствуют в нашей жизни. Безусловно, играют как неотъемлемую часть. Но они не всегда красивые. А сейчас, мне кажется, наше общество заточено, вернее, как нас хотят заточить на то, что над собой работать не надо, потому что себя нужно любить таким, какой ты есть, что даже если у тебя есть какие-то, не хочу сказать, извращения, отклонения, то это нормально. Главное — найти человека, который их примет. Ну, то есть, на мой взгляд, сейчас пропагандируют идею, нас пытаются, в общем, приравнять к животным, да, и сказать, что животные — это нормально, что ты так хорош. И смысла над собой работать и чего-то там стремиться из себя сделать, если ты не хочешь, ну и не надо. Это можно также проверить, трактовать и как наоборот отрицание, скажем так, это будет именно отрицание в психологическом смысле, отрицание животной составляющей в себе тоже вроде не очень. Нет, а я не говорю, что нужно впадать в крайности, да, не нужно ничего отрицать. Мы, естественно, животные, никто не спорит. Но мы не только животные, да, и всю жизнь упиваться только животной красотой или только животными инстинктами и не замечать ничего вокруг, тоже, мне кажется, неправильно. Я против вообще любых крайностей, да, а сейчас идет такая тенденция, что у нас размываются границы. Даже вот посмотреть на то же самое голливудское кино, которое рупор вообще всего этого. Добро мешают злом, перемешивают как хотят, переворачивают на разные стороны. Все относительно, это давно уже. Ну, в последнее время это как-то обострилось, на мой взгляд. Опять же, термин «окно Авертона», да, он же не вчера придуман, это технология опробованная давно уже. Ну, да, сейчас, по-моему, это какие-то неимоверные масштабы приобрело. То есть я правильно предположил, что если, например, это особенно дополнительно как бы красноречиво выглядит, скажем, есть некая девушка, которая на лошадь никогда не садилась, но как бы имеет некий образ, да, там, связанный с верховой ездой, как бы где-то это вокруг нее витало, там, может, в фантазиях, может, во снах, она на лошади никогда не сидела. Наступает время свадебной фотографии, свадебной фотосессии. Не на почте, там, на красной, а где-нибудь там с выездом. Вот они выезжают, и вот она в образе, значит, там, невесты, ну, либо там похожая. Скорее всего, без жениха, наверное, на таких фото она изображается одна с лошадью. И это потом вот вклеивается в свадебный альбом. Я видел такие, да, примеры. Я понимаю, что они сами не до конца понимают, что они хотят сказать. Но все-таки, что они хотят сказать? Я думаю, в большинстве случаев они просто хотят как-то запомнить свою свадьбу, да? То есть что-то туда-то привнести. Не то, чтобы они с чем встречаются каждый день. Лошадь как один из самых бюджетных, в общем, вариантов, да? Не каждый может позволить себе вечеринку на 200 человек в каком-нибудь крутом ресторане. А заказать лошадь вместо лимузина, ну, почему бы нет, это как один вариант. Плюс сейчас вот, видимо, еще до кучи, когда женщины, ну,
ей нравятся фотографии, да, женщин с лошадьми, она думает, что это все легко и просто, да, что достаточно подойти к лошади, она примет нужную позицию и сделает тебе красивую фотографию. А при этом, при всем, ты никогда лошадь не видишь, первый раз к ней и боишься дотронуться, да. У тебя такая полная страха глаза, непонимание, и, в общем, уже не кажется эта идея такой симпатичной. Я не знаю, чего они хотят этим показать. Ну, скажу так, есть мнение, что вообще ссадины фотоальбом, да, это такая как бы фетиш in itself, и, в общем, во многом наркотическая такая вещь, да, где даже жених и вообще все остальное выдвигается на второй главный документ, мечта, вот она так воплощается в виде вот этого альбома, который женщины потом рассматривают, даже когда же там брак давно закончился, и все там уже было, пошло черти как, но листают, я просто сам это видел, когда листают альбом, этот альбом, какое платье, какое платье. Сам на себя человек. Ну, вот. Ну да, ну а что такого удивительного? У нас и социальное давление никто не отменял. Она себе галочку поставила, что вот у нее была свадьба, и платье, которое ей нравилось, и даже лошадь. Просто интересно в этом контексте, то есть какое здесь послание несет лошадь, то есть, что она, то есть человек хочет некий имидж себе так спроецировать. Я думаю, такой же, как и цветы, просто красиво. То есть хочешь сказать, лошадь никакой мифологической нагрузки не несет? На свадебных фотографиях, если бы, я думаю, да. Нет. Ну, она же красивая, красивая, никто же не отрицает. Цветы красивые? Ну, лошадь, красивые. Как правило, если это там не какая-нибудь там инвалид конного спорта, она, в общем, красивая сама по себе, да? Да. И этих фотографий тоже много, наверное, больше, ну... даже, чем кони развивающимися там гривами, это тоже в огромном количестве. Да. Ну, ладно. Ну, в общем, как предосторожность, скажем так, оправдана получается с мужской стороны про эту схему. Для большинства мужчин, да. Давайте еще полынью большую пробьем. Ближе к Невзорову, не к самому Невзорову, скажем так, большая граница, которая разделяет то, что называется NH, да, Natural Horsemanship, и то, что обычно имеется в виду под занятиями лошадиным спортом. То есть есть такие как бы два лагеря, во многом, я так понимаю, друг друга, ну, скажем так, враждебные, да, причем в некоторых аспектах очень сильно враждебные. Есть аспект традиционного, такого крестьянского, да, такого стандартного, то есть там сбруя, железо и так далее. И такая малочисленная, видимо, может, это какой-то новодел, трудно сказать, как давно существует то, о чем вот Невзоров рассказывает, откуда у него корни вообще, где это было тогда. В общем, сейчас это по факту есть такое малочисленное субобщество внутри этих лошадиных кругов, которое занимается тем, что называется всякие там естественное, назвать, не знаю, natural horsemanship, гуманное, что ли, да, лошадничество, так можно назвать. То есть те, кто, в общем, не использует стандартных, вот этих обычных массовых стандартных приемов, которые всегда использовались. И странным образом вот эти вот школы, которые выдвинули свои там как бы набор техник альтернативных, да, там для тренировки лошадей, для дрессировки лошадей, для работы с лошадьми. Может, я, конечно, ошибаюсь, но вот такой беглый взгляд показывает, что родоначальники всех этих школ странным образом мужчины. Я не так уж много знаю в этой области, да, но вот я там смотрел видео, ну, а кроме Бака Бреннемана, смотрел еще этого Монти Робертс, который дикого мустанга загонял там в том числе. Собственно, вопрос, наверное, можно так сформулировать. Вот в этом аспекте неким парадоксальным образом в этой вот любви к лошадям, да, любви, ну, и в кавычках, и без кавычек, да, любви, в ней очень сильный элемент, ну, в общем, прямо скажем, абьюза, да, то есть, или там, наверное, не все из этого можно назвать жестоким обращением, но, например, вот я помню в лекции этого Ричарда Гарднера, где он рассказывает про разницу между, что такое, где граница между пас признаками и абьюза настоящего, и он там один из признаков приводит, что человек вздрагивает при там резких жестах, делает, вжимает голову в плечи, когда человек ничего не имел в виду, а тут вжимает голову. Лошадь, насколько я помню, в общем, боятся достаточно, то есть, ну, может, не боятся прям до страха, там, да, они там не дрожат около стенки, но они опасаются. То есть лошадь, тренер лошадь держит пока не в прокате, да, лошадь держится, в общем, ну так, не в ужасе, но в страхе. Как бы сказать, поверхностный взгляд говорит, что, ну, тут есть некое противоречие. То есть, с одной стороны, у нас самые нежные в мире создания, самые гармонично сложенные, там, и любящие природу вообще, и против всего плохого, и за все хорошее. Это кто? Это женщина, наездница. Женщина вообще, наездница в частности. Наездница – это как бы женщина плюс, получается, да, в рамках такого зрения. При этом женщина-наездница, там, да, она
имеет уздечку для, для своего, для использования с лошадью, там стек, там, не знаю, наверное, есть какие-то боли. Ну, сейчас шпора, она уже не применяется особенно, но хотя, наверное, есть. Я думаю, что она кто-то, наверное, применяет. Средняя женщина, как я понимаю, никаких проблем с использованием вот этих вот всех атрибутов не испытывает. То есть нет никаких там угрызений совести, нет никакого особенного там какого-то там сочувствия, не знаю, там. Я помню, мне резануло очень сильно на слух, когда на занятиях там лошадь что-то там капризничала и не очень интересно слушалась, там, моя конкретно, да, на которой я занимался. Я помню, что преподавательница сказала, типа, стек протягивает мне. Вот. Я говорю, я не буду. Я просто отказался руку брать. Она говорит, возьми. Я говорю, зачем возьми, если я все равно им пользоваться не буду. Она говорит, возьми, говорит, тебе нужно, чтобы она его видела. Эта фраза у меня звенит до сих пор в голове каждый раз, когда я помню, что я в итоге взял. То есть я как бы, там, она сказала, типа, держи в сторону, типа, чтобы она видела. Потом, когда я услышал пословицу от Кирленда, что хорошая лошадь бежит от тени хвоста, я вспомнил прямо конкретно про этот момент. И мне он задним числом очень не нравится. Я считаю, что я неправильно, конечно, сделал, что согласился на эти вещи. Хотя я все-таки записываю себе в плюс, что, по крайней мере, я на железяках не ездил. Да? Ну, в общем, с точки зрения воззрения на женщину, как на такой источник вселенского добра, тут есть некий парадокс. Соответственно, вопрос, как это вообще сочетается? То есть, как это сочетается с источником вселенского добра, там, назови как хочешь, прекрасный пол, там, и этот самый прекрасный пол, который там, я даже в метро ездил на видео, там, и я еду игриво постукивая стеком там себе, там, по высокому сапогу. Я, честно говоря, когда вижу, особенно когда это дети, в общем, там, то есть я видел детей со стеками едущих, там, лет было, может быть, по 10. Меня напрягает даже вид просто этого ребенка, как он ведет себя, вот, постукивая этим стеком все так аккуратно. Значит, наливает список Шиндлера там и коменданта концлагеря. В чем вопрос-то? Как, черт возьми, Холмс, как это сочетается в одной голове? Я не вижу никакого противоречия. Ну, то есть, смотри. Во-первых, я буду отвечать только за себя, да, за свою голову. Что там в голове у остальных, трудно сказать. Может быть, и есть что-то похожее, может быть, нет. Если мы рассматриваем занятия конным каким-то видом спорта, неважно, там, на результат, не результат, у нас сейчас все обучение заточено исключительно на результат. Чтобы добиться быстрого результата, у тебя есть железо, есть все эти ремешки, есть устрашающие инструменты, да, и стеки, и хлысты, и все остальное. Твоя задача, во-первых, усидеть на лошади, во-вторых, выполнить определенные элементы или заставить ее выполнить, да, и опять же усидеть на лошади, пройти по заданному маршруту, нужным темпом, за нужное время, там, другие условия. Самый эффективный способ, да, который прошел через время и самый быстрый, да, эффективный, это вот страх, железо и сила воли, грубо говоря. Вот это все вот это natural horsemanship, которое декларируют другие немножечко постулаты, оно, конечно, мягче, но там, чтобы достичь результата, во-первых, нужно значительно больше времени, во-вторых, нужно лошадь любить, вот прям почти как себя, а может быть и больше. И верить в то, что от нее можно добиться нужных результатов другими способами. У нас просто народ, который приходит там с детского возраста к лошадям, по-моему, просто не верит, что бывают другие виды взаимодействия с лошадью, кроме как силовых. А когда они, когда знакомятся с этими способами, им уже или лень, или уже нет столько времени и желания. Это же очень большая инвестиция. Это как с детьми, если не круче. Да, то есть если ты хочешь, чтобы ребенок там, не знаю, съел кашу быстро, ты что начнешь делать? Орать на него и угрожать физической расправой. Если ты начнешь его уговаривать и объяснять, почему ему надо съесть кашу, все занимает очень много времени, усилий, а результат, ну, такой же. Ну, понятно, да, в чем разница. И женщина, я не считаю, ну, вот ты говоришь, там, все прекрасное, воздушное и красивое. Ну, скажем так, это некий имидж в культуре, да, в рамках культуры, вот там. Вчера было 8 марта, собственно, ну, я понимаю, там, Наталья Радулова сердится, что у нас на этот день поздравляют женщин, там, тем, что они прекрасные, воздушные, по ее мнению, нужно, там, бороться за равноправие. Но, тем не менее, сам имидж вокруг, то, да. Опять же, они прекрасные и воздушные по сравнению с кем? По сравнению с мужчинами? Ну, очевидно. Ну, наверное, повоздушнее, да, ну, послабее. Ну, собственно, поэтому имидж такой сложился, да. Но, опять же, если рассматривать... Шутка такая, да, знаешь, если бы мужчине пришлось рожать ребенка с его нервной системой, он бы не родил ни одного. Ну, у женщин запас, ну, чисто психический, психологический, он в 3 раза больше мужского.
Я бы сказал, мы этого пока не знаем. Возможно, в обозримом будущем. Ну, вот наблюдая всех своих знакомых мужчин, да, и наблюдая, как они переживают там даже банальную какую-то простуду, я уже не говорю про какие-то серьезные болезни, мне трудно поверить в то, что они бы смогли без каких-то психологических травм перенести беременность. Потому что во время беременности мало того, что тело меняется до неузнаваемости, ты вообще ничем не управляешь, у тебя постоянный ПМС, да, то есть твои скачки настроения неожиданно резко и по 30 раз на дню, ну и как повезет, да, включая там все эти токсикозы. Здесь даже не столько физическая сила нужна, сколько психологическая. Плюс ты ждешь вот этих родов, которые, ну, в определенном смысле смерть, да, потому что у тебя заканчивается одна жизнь, начинается другая жизнь, еще и задействовано твое тело при этом. Не знаю. Наблюдая мужчин в болезнях, мне не верится, что они бы пережили такую трансформацию, как рождение ребенка. Я это, собственно, к чему? Женщины ни разу не милые, не пушистые. Ну, то есть они могут ими быть, да, когда им очень надо. Ну, или когда им это нравится. Но когда им нужно достичь определенного результата, и им дают для этого определенный инструмент, они без зазрения совести им пользуются. Просто мужчины, почему, ну, вот мужчин в natural horsemanship больше, чем женщин? Мне кажется, потому что им, у них, сейчас сформулирую, они шире смотрят на эту область. Ну, то есть женщине проще перешагнуть через свои какие-то, мне не нравится бить лошадь, потому что это нехорошо, чем это сделать мужчине. Мужчине проще найти новый подход. Ну, не в смысле проще, да, а он на это, в принципе, больше заточен. Ну, эволюционно я имею в виду. Ну, всем известно, да, что изобретателей среди мужчин в разы больше, чем среди женщин. То есть женщина, если у нее есть какой-то эффективный инструмент, вряд ли будет искать что-то еще. Мужчина это будет делать чисто из интереса. А тем более, когда у него для этого есть какие-то другие побуждения, да? Ну, вот это чисто мое мнение, не знаю. Ответила я? Ну, частично, да, я только хотел в качестве просто взвесить, привести пример. Вот конкретно, когда Барт Бреннаман рассказывает, как у него произошел прорыв, он увидел другого человека, который делал это. И многие из его учеников говорят то же самое, что я когда увидел, у меня отпала челюсть, и я понял, что я это должен иметь. То есть он это не открыл. Он это увидел, может быть, там, не знаю, мимо этого мастера в тот день прошло, там, не знаю, 1000 человек. Но среди них был один, который увидел это, сказал, как он ответил прямо, он говорит, что я даже не знаю, что это, но я это хочу. То есть он это не открыл, может, он не смог бы никогда сам до этого дойти, да, но просто он увидел и сказал, да. А Манти Робертс, по-моему, там, где он тоже рассказывает про свое вот это открытие, его, собственно, как раз беспокоило то, что он видел, как лошадей объезжают. Человек видит это годами, тем не менее, да, у него внутренний какой-то был такой внутренний протест. То есть, что где-то внутри себя человек понимает, что, ну, так не должно быть, не так должно быть. И когда он там пробовал вещи свои собственные, там, и когда он открыл, причем он как-то очень механистично изображает то, что он поменяет гораздо меньше романтики, чем у Бреннамана. То есть там все очень такое, типа, сделай раз, сделай два, сделай три, и обойдешься без всего этого. Там момент, когда он своему отцу, а отец у него занимался тем, что как раз лошадей объезжал. То есть ломал их и седлал. И он рассказывает в одном из видео, как он впервые это сделал, и он решил своему отцу показать. И он за там 15 минут надел седло на лошадь без единого, там, без удара, без крика, без ничего, просто в манеже. И отец ни слова не сказал, он его избил. Я так понимаю, ему, видимо, он уже был в приличном возрасте, то есть это все он описывает, так понимаю, ему, наверное, было там, там плюс-минус 18 лет. Цена, которую он лично заплатил за это, да, там, то есть отец на него просто без слов, ничего не говоря, он просто его избил. Ну, я так понимаю, избил не в смысле там, он там детали не дается, я понимаю, не в смысле там подошел, дал под затыльник. Нет. Так понимаю, он его, что называется, сделал из него месиво, видимо. Ну, обесценили жизнь, конечно. Да, он это, собственно, там версию все излагает, я так понимаю, он, наверное, не знает этого до сих пор. Но, в общем, он излагает версию, что своим вот этим демонстрацией, с этим 15-минутным, он практически отцу показал, что тот занимался хренью всякой всю свою жизнь. В общем, просто его пример мне чем больше нравится, что у него как бы протест над ней был всегда. И он как раз из тех, кто искал, как это можно по-другому сделать. Может, он какие-то нашел там советы, не знаю. Я думаю, может, он у всех есть. У женщин, у мужчин есть всегда. Но просто практически все готовы через него переступить. У кого-то не хватает понимания, да. Опять же, вот все вот эти лошадиные инструкторы, они же о чем говорят? О том, что они очень хорошо разбираются в человеческой психологии, поэтому им так легко понять лошадь. А со стороны так не скажешь, я бы сказал.
Нет, я про вот natural horsemanship. А, ну я так, не про. Я просто подумал про нескольких тренировок, думаю, так напрягся. Нет, я про вот Бреннемана и еже с ними, да. Ну, то есть им очень легко поставить себя на место этой же лошади. О, это приближает нас к теме эмпатии, так называемой. Способность поставить себя на место там кого-то, лошади тоже и так далее. Я, честно говоря, в последнее время у меня взреет внутренняя теория, что то, что у женщин называется эмпатией, вообще эмпатией не является. Экстремальная версия звучит так. То, что называется эмпатией, женщины вообще не обладают совсем. Но если подразумеваешь поставить себя на место другого человека, это... Нет, даже не так. Я бы сказал так, как я понимаю слово эмпатия. Эмпатия – это когда ты это переживаешь непроизвольно. Против собственного, то есть даже против, ты говоришь, нет, я не хочу этого там чувствовать, переживать, ты пытаешься отгородиться, но как бы есть некие внутренние движения, которые как бы за тебя это делают, ты все равно, даже если ты продолжаешь это делать, ты просто как бы идешь против самого себя при этом. То есть ты понимаешь, что ты сейчас делаешь не то, что нужно делать, так неправильно, и так не должно быть, и там тому там существу, или человеку, или кому-то ему там плохо. То есть ты, конечно, можешь делать над собой усилия и продолжать это делать. И многие так делают, да? Но ты просто будешь этим сам себя разрушать в перспективе. Совсем другое дело, когда такая эмпатия, которая включается как тумблер, типа вот тебе нужно сейчас. А сейчас мы включим эмпатию, не знаю, там перед тобой, например, там ребенок, ему нужна там вот локально сейчас какая-то там внимание или помощь, и ты говоришь там, так, тумблер такой берет. Эмпатия, он такой. Ах ты мой маленький, там давай я тебя пожалею. И как бы в этот момент вот ты действительно можешь вполне искренне встать на его место там, да, вот. Но как только сеанс закончился, там, ребенок там сделал, что-то ему дал, то, что ему нужно было дать, карст ему такой выдал, тумблер опять идет оф, такой эмпатия оф. Мне почему-то кажется, что эти два явления, они совершенно радикально разные. Они вообще это разные механизмы этих явлений. Примерно чем-то отдаленно можно сравнить любовь одного человека к другому. И психотерапевт, который делает это самое там, в течение часа. Вот. Так, время пошло. Эмпатия он. Час закончился. Ну да, мне кажется, здесь эмпатия. Два разных понятия. Да? То, что мать там жалеет ребенка, это, по-моему, к эмпатии не имеет никакого. Это чисто материнский инстинкт. Это инстинкт, это не эмпатия. А эмпатия – это именно осознанное, да, не против своего желания, да, а ты, ну, понимаешь, почему этого не надо делать, что чувствует тот другой, другая сторона. Ну, то есть, если ты не понимаешь, почему тебе сейчас плохо, когда ты стукнул там кого-то, то это еще не эмпатия. А когда ты понимаешь, что не надо было этого делать, то есть она всегда, ну, осознанна. Если ты, допустим, обладаешь этим качеством, да, то ты будешь бить исключительно, ну, если будешь уверен, что это пойдет человеку на благо. Ну, потому что нельзя все время пряниками, да? Как-то ты в другом ключе пошла, не совсем то, что я имею в виду. Но... То есть я хочу сказать, что, во-первых, эмпатия – это качество, которое можно наработать, во-первых. Во-вторых, если ты не сознательно ставишь себя, ну, себя на место другого человека, то это не эмпатия. Это ее зачатки. То есть у тебя есть к этому предрасположенность, но ты не развиваешь ее. А то, что женщины, ну, очень быстро переключаются из разных режимов, зависит от того, насколько осознанно они это делают. Если они это делают неосознанно, да, то есть в одну минуту она его поцеловала, в следующую дала ему затрещину, это чисто инстинкт. И ни к чему к emotional competence, да, это не имеет никакого отношения к компетенции именно эмоциональной. С одной стороны, она его безумно любит, потому что это ее продолжение, а с другой стороны, она его местами готова убить, потому что он не делает так, как ей нужно. Это инстинкты. Ну, то есть, в переводе на русский получается, что... Ну, то есть, посыл получается мой правдоподобный, что во время, в частности, во время взаимодействия там лошади и женщины, женщина, в общем-то, эмпатии-то как раз и, не знаю, трудно сказать, тут не обладает или не использует, не знаю. По моему мнению, нельзя включить эмпатию. Она не что-то, что можно включить. Она либо есть, либо нет. Но как бы по факту ее нет в общении вот этом вот. Если общение построено на силе и подавлении, то нет. Ну, не знаю, там, допустим, у опытного человека, который уже может давить как бы без использования, допустим, скажем там, ну, к примеру, женщина достаточно опытная с лошадьми, взять те же тренеров, это буквально женщина, которая вот типа коня на скаку остановит, и они реально останавливают. Потому что лошади их просто боятся. Она может ряхнуть просто, да, там, они все. То есть я к тому, что физики она, может, и не использует, но по факту и эмпатии в этом тоже нет. Ну, а при чем здесь эмпатия? Ну, скажем так, мне казалось, как мужчине, что есть некоторые противоречия между эмпатией и использованием метода физического воздействия.
Ну, или угрозы метафизического действия. Что, ну, мне так кажется, что либо человек обладает эмпатией, тогда он не может это использовать, кроме каких-то из ряда вон выходящих обстоятельств. Ты хочешь сказать, что когда человек бьет лошадь, он не понимает, что ей больно, что ли? Нет. Это, если бы он не понимал, он бы и не бил. Он для, ну, этого, да. Он для этого и бьет. Ну, нет, не об этом. Он не чувствует ее боль. Сказать, что он не испытывает эмпатии, это будет масло масляное. Но по факту так и есть, да. Он не ощущает, не понимает, не оценивает всей полноты последствий того, что он сейчас не делает. То есть, грубо говоря, не приносит, не ставит себя на ее место там, да, там. То есть он не осознает ужаса, да, который даже не боли, а ужаса, который лошадь испытывает. То есть он не в состоянии почувствовать ее состояние. Да. Боль, страх, то есть это совокупность некое чувств, которое лошадь испытывает. Или даже или ребенок. Или, может быть, даже обладает способностью именно как бы выключиться. Потому что многие есть такой термин, в англоязычной там, сфере используют такой термин, называется the switch. Мне кажется, приписывается он женщинам. Но обычно в отношениях между мужчиной и женщиной, что женщина обладает таким способностью switch, то есть on-off, то есть что выключается мгновенно, когда она только захотела. Возможно, может быть, также женщина с эмпатией умеет делать, но просто мне тогда кажется, что это нельзя эмпатией называть. Либо его нельзя выключить, либо это не эмпатия. Почему это нельзя выключить? Это очень хорошо выключается и включается, иначе бы профессиональные психологи сгорали бы за год работы. Опять же, ну, нельзя забывать, что у любого человека есть эго, да, и ну, нельзя все время быть в состоянии чувствования других людей, ты тогда потеряешь себя. Это понятно, но не в тот же момент, когда ты там заносишь дубину над кем-то, да? А здесь как бы включается другой момент. Ну, то есть нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца. Это замечательный поинт. Именно по поводу него Невзоров сказал, да, что типа что человек не будет ездить вообще. По-моему, последнее, что я от него слышал, он сказал, что просто он признал, что вообще езда верховая — это ошибка большая. Там серьезнее говорит, чем ошибка, но в общем, что это против. Ну, он это записывает, да, большой кармический грех. Против законов природы, скажем так. Что лошадь не предназначена ни физически, ни морально, ни вообще никак для верховой езды. Он, да. Я, правда, не готов по этому поводу там обоснованно спорить, я просто... Ну, это его, как бы, точка зрения, да. Я тоже не всегда считаю, что средство оправдывает, в смысле, цель оправдывает средство. Опять же, все зависит от ваших целей, смотря какие цели вы ставите. Если у вас цель получить олимпийскую медаль, вы будете использовать все доступные вам средства. Наиболее эффективные, наиболее быстрые, которые у вас есть в арсенале. Если ваша цель наладить отношения с лошадью, да, основанные не на страхе и физической угрозе, физической расправы, вы будете пытаться пользоваться какими-то другими способами. Если у вас цель преодолеть свой страх перед лошадью, ну, хорошо, если воспользоваться хоть чем-нибудь, да, потому что когда включается страх, то выключается голова. И это как бы немножко другая, опять же, работа, да, здесь работа не про лошадь, здесь работа про человека, да. Ну, то есть все зависит от поставленной цели и тех усилий, которые вы готовы для этого предпринять. Если вам хочется развивать эмпатию, отличная цель, да, с лошадями ее можно практиковать, но гораздо эффективнее ее практиковать на людях, потому что, ну, ответ, да, зеркальный, он будет явственнее читаться. Лошадь, ну, неподготовленному читателю сложно прочитать. Людей читать, ну, проще, потому что они больше на вас похожи, как мне кажется. Эмпатия включается абсолютно точно. Больше того скажу. Искушение ее выключить вообще навсегда настолько велико, что люди, которые владеют этим инструментом, очень часто этим пользуются. Потому что гораздо спокойнее жить и не чувствовать боль окружающих. Как только ты, ну, открываешь это забрало, да, опускаешь эти стены, на тебя сваливается такое количество боли и негатива, что переработать это в себя, да, и выдать еще что-то конструктивное, я не знаю, кем надо быть. Нет, я понимаю в отношении там неограниченного круга окружающих. Ты идешь по улице, и там вдруг резко начала чувствовать. Да нет, а это даже не обязательно окружающих, я даже про семью свою, да. У нас, к сожалению, вот эта вот культура страдания, ну, она так распространена, что мы все учимся через драму и страдания, к сожалению. По-другому человек, видимо, ему неинтересно учиться. И общаясь с родственниками, с родителями, да, которые с возрастом начинают болеть, становиться больше, более капризными,
Потом включаются маленькие дети, да, которые, ну, до 7 лет вообще просто животные. И нужно что-то объяснять, входить в их положение, да, не срываться, пытаться хотя бы. Ну, то есть постоянно включенной эмпатией это практически невозможно. То есть это надо превратить себя в такую питательную жидкость и расплыться ровным слоем для всех одинаково. Так и с ума, в общем, можно сойти. Нельзя жить постоянно включенной эмпатией. Понятно, что на прохожих вам чаще всего будет наплевать, да? Ну, в общем, это и не так, чтобы плохо. Гораздо важнее, чтобы вам было не наплевать на родных. Есть люди, у которых эго настолько сильно, что для них, в принципе, упражнение поставить себя на место другого человека невыполнимо. Есть такие. Их, правда, тоже немного. Так же, как и полных эмпатиков. Основная все-таки масса, мне кажется, ну, может проделать это упражнение, но просто это очень же... Для эго это очень неприятно. То есть надо на некоторое время, да, забыть о своих потребностях, желаниях и попытаться почувствовать, что там другое чувство. И тут выясняется, что он тоже что-то неприятное чувствует. И виноват в этом ты. Кому это надо? Можно так параллельно, раз уж это так в такой рост пошло. А из личного опыта или из опыта тех, кто там рядом находился, наверняка много людей мимо проходило в школах. Присутствует ли там элемент садизма, такого прямого садизма? Сплошь и рядом. То есть, когда человек не то чтобы даже не просто выключает эмпатию на время, чтобы добиться там какого-то там трюка от лошади, а когда он, в общем-то, приходит и, ну, в общем, ему нужен повод, чтобы проявить вполне конкретную физическую там... Нет, до физики сейчас не доходит, сейчас давит исключительно морально, больше никак. Я когда первую неделю пришла в школу, я по наивности думала, что я смогу вести уроки при открытой двери. От этого быстро пришлось отказаться, потому что, во-первых, я с трудом удерживала свой класс, да, и дабы ко мне не приходили учителя из соседних классов, не жаловались, пришлось закрыть дверь. Но это еще не единственная причина. Я иногда такое слышала из соседних кабинетов, что я не знаю, как это дети выносят. Вообще школа хорошая тема, отдельно стоит поговорить, тем более, так сказать, ты уже в очень сознательном возрасте сама себе на такое приключение решила устроить. То есть не случайно там, да, вполне конкретно? Нет, не случайно. Вполне конкретно, с вполне конкретными целями. Ну, про это надо как-то отдельно вам пообщаться, да. А в чем была мысль касаемо лошадиного садизма? Хотел сказать, что учителя некоторые проявляют, ну, скажем так, садизм. Ты спросил, да, если там целенаправленный садизм. Честно говоря, про эмоциональный садизм как-то... Мне в голову не приходило, мне казалось, что сложно над лошадью эмоционально садистировать. Что, её пугать, что ли? Что с ней ещё можно как делать? Можно. А учителя-садисты — это воспитывают в Pink Floyd в стене, там, эта тема, которая вошла в века, в общем. Если собака чувствует твой страх, то и лошадь чувствует угрозу с твоей стороны, да, если ты подходишь с определенной целью, ну, то есть подавить. И у нее может быть только две реакции, или сабмиссив, да, ну, то есть подчиниться, или начать активно бунтовать. Ну, то есть, хочешь сказать, грубо говоря, с стеком никто специально не машет, нет такого? Есть, конечно. Более того, скажу тебе, люди, приближенные к лошадям, устраивают им показательные порки, так скажем. Особенно это распространено в прокате. То есть, прежде чем отдать лошадь на широкую публику, ее ломают до такой степени, чтобы она при любой ошибке новичка, будь то сильно дернули там за рот, да, или там нажали куда-то не так, еще что-то, чтобы она, не дай бог, нигде сильно не взбрыкнула, не укусила, не легнула, не попыталась сбросить. Их бьют очень сильно, регулярно, постоянно. Особенно лошадей, которые общаются с новичками, ну, людьми со стороны, так скажем, непрофессионалами. Я что-то не очень понимаю, а как лошадь должна связь проследить? То есть что, ее просто избивают на ровном месте, что ли? Да. Что? И все? Да. И она таким образом сопоставляет, что это... Нет, может быть, не на ровном месте. Может быть, она проявила какой-то там признак агрессии по отношению к там, конюху, директору, да, неважно. Берется подручный инструмент, там, не знаю, бьет всем, чем попало, и цепями, и досками, и стеками, и, в общем... Ну, стеками редко, потому что они очень быстро портятся. Обычно что-то тяжелое, не такое хрупкое. Хочешь сказать, это, так сказать, повседневная жизнь любого проката? Да. Даже не знаю, что сказать. Ну, а что первое, скажешь? Что в голову приходит, что, возможно, тут какая-то связь с этим самым типажом лошадиного тренера. Вряд ли это делают сами девочки.
Вряд ли. Это тяжелая работа, и, скорее всего, ей занимаются мужчины, которые, ну, ухаживают. Ну, или женщины, которые, ну, которым чисто физически, потому что когда ты бьешь лошадь, она же очень сильно вырывается. Ну, ее надо уметь удержать. Или надо ее, ну, привязать к чему-то. Да. Прошу прощения. К такому я не был готов, пардон. Иногда я жалею, что я прекратил заниматься, но сейчас услышал, подумал, может ты хорошо. Честно говоря, мне не нравится даже отдаленная идея, чтобы я был частью такой системы. В том числе, ну, я понимаю, когда человек становится частью такого, не зная. Да? Ну, либо зная об этом уже, я не представляю, как в этом можно участвовать, честно говоря. Как бы, если это будет означать, что я никогда больше не сяду на лошадь, ну... убить, в конце концов, жил же как до того. Ну вот я сейчас не занимаюсь, потому что я не могу найти общий язык сама с собой, в том числе. И опять же, иметь лошадь мне хочется не столько даже ради себя, а может быть просто кому-то жизнь облегчить. Ты имеешь в виду, в смысле, покупать лошадей откуда-то, где они уже были? Да, да. Ну, это опять это из серии. Всех лошадей же не спасешь. Не спасешь, да. Ну, ты же знаешь, с таким это же... то же самое, как разбирать, там, не знаю, дворовых кошек. Например. Нет, это так же, как и детей, да? То как есть, бы я кошек не любил. Всех детей не усыновишь. Ну, в общем, да. Да, а то, что происходит там в детских домах, ну, я думаю, не сильно далеко лучше, чем то, что происходит в конюшне. Ну, там, я думаю... И хуже, что происходит, судя по тому, что иногда проживается. И происходит не только в домах, да, есть родители, в общем-то, такие, которые... Ты что, далеко ходить? Я буквально недавно сама стала свидетелем похожей сцены. Мама вела девочку маленькую в сад. Ну, сад носили само по себе. Dixie Foresight очень невысокого мнения вообще о системе образования в целом. И вообще против того, чтобы дети обучались где-либо за пределами семьи, ну, на постоянной основе. Однако я потерял лошадиную тему. Как-то сбило в смысле. Это очень тяжело, да, я знаю. Я сама долго плакала, когда обнаружила. Потом пошла в интернет и нашла признание и профессиональных спортсменов, и просто любителей. Они, конечно, меняют свой голос и имена, но не разговаривают об этих вещах. И тоже со слезами на глазах. Мне непонятно, как они продолжают заниматься тем же самым. Нет, это я видел. Это и в интернете видел. И, там, по-моему, даже у Невзорова где-то в фильмах там кто-то был, кто на камеру там, более-менее говорил об этом. Я просто, знаешь, одно дело... Просто это меняет всю суть тогда явления. Как бы. Одно дело, когда есть, скажем, там один-два каких-то там изверга, которые ну, устроили что-то особенное. Да? И совсем другое дело, если это норма, в целом массовая конвейер-индустрия, тогда еще более непонятно, как люди в этом. А это же ну, не популяризируется, это же скрывается все. Естественно, это не при свидетелях, это. Не, ну это понятно. Это же, сейчас даже по современному нашему там не очень продвинутому кодексу это будет подсудное дело. Если такое снятие, это сразу срок. Ну иначе слишком велика ответственность. Лошадь действительно наш сильнее. Ничего с этим не сделаешь. Мне пришла аналогия в голову, ближайшее, что в голову пришло. Есть такая не очень, наверное, малоизвестная книжка Кира Булычева, по-моему, любимец
называется. Не читал где, да? Там. Ну, она такая сессия любопытная, там есть такая как бы контрапункт интересный. Значит, Землю захватили, то есть, ну, это фантастическая книга, Землю захватили инопланетяне, они существенно крупнее человека, и людей держат некоторых, держат их в качестве домашних животных, любимец, название, собственно, это история домашних животных. Ну, как мы примерно относимся, там, не знаю, кошки или собачки, скорее к собачке, чем к кошке. Вот. И там такая как бы есть эпизод, всякие лакомства, к которым они привыкли, что они едят. И у них есть такой какая-то разновидность чипсов, там, я не помню, как это называлось, пруст такой. И он их любил есть там время от времени. Там, такая, одно из лакомств, как у нас примерно картофельные чипсы. Потом, когда он там сбегает, проходит там всякие приключения, там, дыры, и, в общем, в конце концов попадает в совершенно другие сферы, которые от него были неизвестны для него вообще. Параллельные такие миры. Есть миры, где люди работают, ну, в конвейере. Они работают на крупных производствах в качестве просто рабсилы. И он попадает на производство, где, значит, его ставят, он участвует в забое таких огромных червяков, здоровых, типа личинок. Личинки с глазами как-то очень странно смотрят, в общем. И вот они занимаются тем, что они, значит, там, здоровыми дубинами этих червяков приканчивают. Потом они на переработку. Вот. И когда он спрашивает, типа, а зачем мы все это делаем? Они там верещат, что-то там, в общем, страдают. Он говорит, ну как, зачем? Пруст из них делают. Он говорит, какой пруст? Тот самый, чтобы, да, тот самый. То есть то, что он делает, вот оно и есть. Первая часть. Проходит еще какое-то время, потому что пока он на этом производстве работает, там я детали уже не помню, а ему как-то иногда кажется, что как-то эти червяки слишком уж осмысленно смотрят. Как бы они ему начинают напоминать детей. Вот. И потом он там какое-то еще время спустя, он вдруг выясняет, там через цепочку открытий для себя, что эти червяки – это вообще-то разумные существа третьей планеты, которых, значит, это эти ящеры, которые держат, они их используют в качестве еды. И в конце концов, по-моему, он как раз с ним, с одним из этих взрослых уже особей взаимодействует, он бабочка большая, по-моему, и мотылек какой-то такой здоровый, там, больше человека. Вот, то есть все это время он ел детенышей и разумных существ. Ну, это да. Это тоже отдельная тема, и к теме мясоедства в том числе, и к теме лошадиной колбасы в частности. Честно говоря, вот как-то, хоть мне практически мясо есть перестал, но как-то у меня к мясоедству таких претензий нет, потому что, ну, при определенных обстоятельствах людей тоже убивают, да, там есть ряд специальных условий, когда их убивают, но одно дело их убивать, а другое дело делать из них, там, из истязаний цирк, скажем, да. Мне кажется, ну, опять, может, я тут как мужчина рассуждаю, и слишком абстрактно, мне кажется, как бы в таком чистом, скажем так, не унижающем убийстве нет какой-то там супер, там, да-да, это там плохо, это трагично, да, но это не самое худшее, что может быть. Даже не знаю, ну, вроде бы по своим пунктам я более-менее прошелся, хотя, конечно, пошло не совсем так, как я себе представлял. В общем, тема женщины и лошади гораздо больше, чем тема женщин отдельно и лошади отдельно. Обычно, да. Мы же настолько переплетены, что, ну, лошадь – это один из вариантов, да, вместо лошади может быть и мужчина, и ребенок, даже взрослый ребенок, да, который физически тебя старше. Ну, то есть вариантов взаимодействия масса. Почему женщин больше? Ну, вот с моей точки зрения, потому что им интереснее с собой работать, так скажем. Мужчина в этом плане ленивее просто. Ну, то есть им интереснее немножко другие вещи, да, не эмоциональные, да, а чисто, может быть, технические, да, они вот не помешаны на машинах, опять же, да. Ну, это, мне кажется, больше к статусу, чем к силе какой-то. Ну, опять же, стоит заметить, да, что среди олимпийских чемпионов 90% мужчин. Я не говорю сейчас про выездку. Я про такие более техничные дисциплины. Ну, Невзоров спортивные соревнования достаточно показал. Да. Опять же, не могу не вспомнить про Пилигрима из этого фильма, там, если прочего, промелькивает видеосъемка, где этот Пилигрим, я так понимаю, выступает в качестве спортивной лошади. Ну, юношеские соревнования, они тоже соревнования, конечно, они не такие жесткие, так скажем, как вот именно профессиональные. Там другой уровень лошадей, другой уровень подготовки всадника. Такой банальный вопрос, а вообще девушки, которые ходят на эти занятия, они в массе вообще знают, что вот такая культура, скажем так, у этих заведений учебных? Я думаю, в какой-то момент они узнают об этом, да. То есть, когда они приходят, вряд ли они, конечно, об этом знают. Но если они там подвисают, ну, между занятиями, да, или там остаются допоздна, или там рано приходят, я думаю, они как минимум об этом догадываются, как максимум были свидетелями. И не далее, как вчера, смонтировал тему, которую давно хотел рассказать, про, так сказать, темную сторону
семейной жизни, семейного знания, закрытая сфера информации. То есть я ее уже вчера выложил, как бы все, уже там не добавишь, не убавишь, но мне потом аналогия пришла про айсберг. Почему я все время думаю, там кто-то написал в комментариях, что типа да, у женщины много вранья. Я написал, что это гораздо шире, чем просто вранье. Как бы называть это враньем, это означает, что типа есть у нас некая там вот, светлая сторона, и к ней такой маленький аппендикс. Мое понимание вот этой всей семейной структуры все-таки, что есть правильно, это прям как айсберг, и вот мужчины, они как бы видят эту вот надводную часть в основном, половую часть, а то, что я называю там сливом информации, да, там, или проникновением в эти вот семейные тайны, это, так сказать, некое такое легкое взгляд на отдельные куски айсберга, который намного превышает вот эту вот вершину. Я сейчас вот просто говорил про это, я подумал, что тут тоже, наверное, можно аналогию айсберга привести. То есть, грубо говоря, светлая вершина – это то, что ты, видимо, встречаешь, когда приходишь вот там в клуб на занятие. Пришел, там час отзанимался и ушел. Но это вот такая вот часть маленькая. А ниже находится там 9/10, там, да, или там 10/11, которые, собственно, все остальное. И на этом фоне, в общем-то, езда на железках, наверное, не самое худшее. Не самое худшее, да. Это правда. Надо какой-то итог подвести. Я даже не знаю, как это сформулировать. Скажем так, вся вот эта вот тема, диалог, разговор, он продвинул к пониманию, в чем этот феномен заключается, почему он существует и почему у него такие вот основные черты есть. Ну, наверное, в чем-то мы, конечно, продвинулись. Я не могу сказать, что мы прям закрыли тему, явно мы и не закрыли. Нет, мы так царапнули по поверхности, потому что тема значительно шире. И, ну, мне кажется, тема взаимоотношений, неважно, там, с лошадьми или друг с другом, она, в принципе, не закрываема. Потому что сколько личностей, да, сколько участников, столько и тем. Каждый прорабатывает своих тараканов. У кого-то насилие, у кого-то сексуальность, у кого-то поиск общения с другим видом существ, да, как вариант. У кого-то мода. Да, потому что сейчас, ну, модно и престижно уметь, знать, и к словцу прибавить, что типа там, да, ты что-то себе сломала. Ну, как и любое сложное явление, нету единой причины, да, и нету универсального рецепта, да, и ответа на вопрос. Ну, я со своей стороны благодарю за такое поддержание такой темы, которая оказалась сложнее, чем я, в общем, себе представлял, скажем так. Надеюсь, что тот, кто это прослушает, просмотрит, что-то для себя почерпнет. Да, главное, поздравьте себя, у вас куча терпения. Ну, я подрежу лишнее, там останется поменьше воды, побольше содержания. Но тот, кому эта тема действительно интересна, я думаю, там заинтересуется, может быть, сам уже копнет там какие-то более специальные темы, более специальную литературу. Хотя многие вещи тут, как выясняется, распространяются только посредством устной передачи от человека к человеку. Я, честно говоря, думал, ты знал. Ну, не настолько, нет. Не в таких деталях. Я думал, что это, скажем так, эксцесс. То есть ну, более или менее штучные люди, во-первых, среди всех людей, кто этим занимается. И, во-вторых, даже у этих людей это, скажем так, штучные инциденты каким-то поводом, там, не знаю, там, чтобы вот так на регулярной основе, знаете. Ну, естественно, не каждый может, естественно. Но на конюшне всегда есть такие люди. Кому-то надо сильно разозлиться, чтобы такое провернуть, а кому-то не надо. Нет, я просто бы испугался после этого вообще с такой лошадью. Даже если бы этот друг пришлось сделать, то я не могу представить зачем, но предположим, ладно, не знаю, там, предположим, лошадь повредила, там, не знаю, кого-нибудь, там, пострадал кто-то из моих близких. Нет, я могу на нее за это вполне могу, это я могу, допустим. Могу я на нее там спустить свой там гнев, неважно, по делу, не по делу, но могу. Но потом находиться с ней рядом после всего этого. На регулярной основе нужно быть сумасшедшим, по-моему, совершенно. То есть либо ее нужно пристрелить после этого, либо надо к ней не прикасаться. Но как еще? Ну я вот в этом, в общем, выражается вся твоя трагедия, да, потому что, ну, это же как вот в собачьей стае, да, то есть вожак, он же периодически утверждается в стае, да, и утверждается с помощью силы. И больше того, чем он злее, тем больше его уважают. Ну, это парадокс, да, но тем не менее, даже взять если человеческое общество, чем сильнее лидер, да, тем сильнее он там тиранствует, тем, к сожалению, у нас воспитали вот это вот раболепство, да, но тем больше мы его уважаем, как ни грустно это признавать.